Но если быть точнее, хочется сегодня обсудить, собственно, всю теорию игр. Нет, ну ладно, как все, конечно, оговоримся, ладно, это невозможно, конечно. Как бы понятно, это как бы активная наука, действительно, бурно развивающаяся, все такое. Но до какой-то точки мы сегодня дойдем. Вот, ну, соответственно, дойдем, может быть, даже если, там, может, даже если повезет, я вас даже пораньше отпущу. Вот. Нет, ну я могу, конечно, там дополнительно еще порассказывать какой-нибудь деревянный дебосс или что-нибудь еще, но что-то у меня ощущение, что это уже не нужно. Вот, а что же нам нужно? Так, ну нужно вспомнить, на чем мы в прошлый раз остановились. Ну-ка напомните мне, на чем мы в прошлый раз остановились? Мы прошли легкий уровень теории игр с... Все не властелин, потому что все недостижимые драника вершины. Ну да. Да, ну то есть краткое содержание предыдущих серий, да. То есть мы рассматриваем, так сказать, да, там, мы рассматриваем там, равно, там, игры на графах, причем не любые, а такие равноправные. Да, то есть мы говорим, что у нас игра это такая, то есть есть такой граф, есть фишка, которая двигается по вершинам, каждый ход это передвижение фишки по ребру, граф ориентированный, и кто не сможет сделать ход, тот торжественно проигрывает. Да. Мы обнаружили, что у нас есть, что игры у нас бывают выигрышные, проигрышные и ничейные. Ну-ка давайте вспомним, что такое выигрышная игра. Да, когда что у первого игрока есть выигрышная стратегия. Что такое проигрышная игра? Да, вот важно, у второго игрока есть проигрышная стратегия, да. Да, выигрышная. Да, очень хочется сказать, что проигрышная, но когда у первого игрока есть проигрышная стратегия, да. Ну да, синус это одночлен, да, мы помним, да. Вот, и, соответственно, ничейная игра это что? Да, то есть каждый независимо от игры противника может гарантировать себе не хуже, чем ничью. Да. Ну вот. Да, мы, собственно, в прошлый раз мы не только обнаружили, что других игр, оказывается, и не бывает, но и, в общем-то, для заданного графа из V вершины E ребер мы научились за O от V плюс E для каждой вершины определять, кто они. Понимаете, да? Понимаете, да. Отлично. Вот. Ну, значит, попробуем повысить планочку. Планочку мы повысим так. Ну, дело в том, что многие игры являются на самом деле суммой игр. Вот давайте сразу поймем, что такое сумма игр. Сумма игр — это когда у нас есть не один граф, а, допустим, два. Хотя на самом деле их может быть и три, и четыре, и сколько угодно. Вот. Ну, вот самый тупой пример может быть вот такой. Вот. То есть даны там, скажем, два графа, на каждом по фишке. Играют те же два игрока, но при этом, значит, на своем ходу игрок сам решает, в какой игре он будет делать ход и будет его делать. Проигрывает, соответственно, тот, кто не может сделать ход абсолютно нигде. Вот, собственно, у нас цель, может быть, сегодня глобальная, научиться эту сумму игр решать. Вот. Ну, как же это сделать? Ну, конечно, самый тупой вариант, если бы у нас не было ограничений по времени, это, конечно, это свести задачу на двух графах к задачу на одном графе типа декартового произведения, правда? Так, думаю, понятно тут, о чем речь? Ну, вот. То есть, ну, тут можно примерно даже нарисовать картинку, там, как конкретно это сделать, то есть, как составить тут граф на 12 вершинах, да? Вот. Но это, конечно, многовато. То есть хочется, как всегда, миллион вершин, 2 миллиона ребер в каждом графе, а сумму хочется решать. Как же это сделать? Ну, для этого, конечно, придется игры поанализировать. Ну вот. Ну, на самом деле, конечно, важным инструментом анализа становится введение понятия эквивалентные игры. Ну, давайте так, сначала скажем, что у нас возникнет сначала понятие, которое мы будем называть view от A. О. Ну, это, конечно, не view, но в плане нет буквы view, есть буква new, но по ее форме как-то хочется назвать ее view. Что такое view от A? Значит, ну, view от A у нас это, короче, будет там P, N или V. Ну, в том плане, типа, выигрышная игра, проигрышная, ничейная, вы поняли. Вот. Так вот. Значит, это будет такое. Так вот, определение. Значит, будем говорить, что игра А эквивалентна игре Б, если
для любой игры C, верно, что v от A плюс C равно v от B плюс C. То есть не просто, что у них там результаты одинаковые, а вот что оказывается, если вставлять эту игру в сумму с чем-нибудь, там, но то, что вставляете А, что вставляете Б, результат будет один и тот же. То есть вот такая игра. Но для того, чтобы с этим играть, давайте вообще подумаем. А как вообще можно складывать игры? Точнее, к какому результату может привести попытки складывать игры? Вот. Ну давайте начнем с простого. Вот как вы думаете, если я захочу сложить проигрышную игру плюс проигрышную игру, какая игра может получиться? Выигрышная? Каким образом? Проигрышная? Проигрышная всегда. Ух ты, сразу разные ответы пошли. А ну да, можно. Второй игрок может в той же игре ходить, в которую мы ходим. Да. То есть на самом деле да. Заметим, что да, P плюс P равно P. Такая, как говорили дикари племени Буль-Буль. Вот. Соответственно. Да, у второго игрока есть действительно выигрышная стратегия. Она заключается в том, что как бы первый игрок не ходил, второй игрок ходит в той же игре согласно выигрышной стратегии в этой игре. Да, но здесь отметим, кстати, да, еще важный момент. Что, конечно, казалось бы, у второго игрока стратегия просто ходить в проигрышные вершины, да? Но напоминаем, что если у вас вы будете просто искать там, ой, могу пойти вот в эту проигрышную игру, буду ходить туда, то это может привести к тому, что вы не выиграете. Вот, давайте сразу оговоримся, что есть на самом деле вот такой очень-очень-очень подлый случай. Вот. Потому что, да, мы видим, что вот это, эти игры проигрышные, а это выигрышные. Но если у вас будет, если у выигрывающего игрока будет стратегия из этой вершины ходить в любую проигрышную, например, вот сюда, то игра зациклится. Поэтому здесь вот важно оговориться, что ходить надо именно вот в проигрышную согласно выигрышной стратегии. Ну, как мы уже убеждали, что на самом деле про каждую вершину там после ретроанализа еще и желательно помнить длину ее игры и ходить в игру с, хотя бы длиной игры меньше, чем была. Ну, хотя для выигравшего, в общем-то, результат это не поменяет. Вот. Так, ну хорошо, P плюс P действительно проигрышная, да, стратегия понятна. Так, хорошо, попробуем дальше. А что такое P плюс V? Кажется, что выигрышная, потому что... Почему? Потому что мы одним ходом переводим P плюс P. Да. Но когда вы применяете эту логику один раз, это спокойно работает. То есть, потому что, действительно, эта игра выигрышная, потому что первый играть выигрышная стратегия вида «сходи из выигрышной игры в проигрышную и подсунь противнику P плюс P», в которой выиграй за второго игрока. Так, хорошо. Ну и очевидно, V плюс V может быть равно... Опаньки. Прям чему угодно? Да. А вот почему? Так, ну давайте так, да. Задача у нас тут везде, да. Чем может быть V плюс V? Нечаянно может быть, если у нас какое-то нечаянное состояние, и в которое выгоднее пойти, чем оно может быть нечаянное. Но в которое невыгодно идти в одно отдельное игре. Там может быть цикл из ваших, например. Мы будем по нему все время ходить, потому что никто не хочет сделать V плюс V. Так. Цикл из вэшек? Нет. Ага. Нет, а вот можно ли конкретные примеры нарисовать? Тройной цикл из вэшек, и из каждой из них по листья. Так, значит, берем вот так вот вершинки, и из каждой из них, видимо, делаем вот что-то похожее. Так. Начинаем где-нибудь в цикле. Так, стоп, ну это один граф. Ну да. Второй такой же. Второй какой-нибудь еще. Какой-нибудь фигурный. Какая-нибудь выигрышная. Ну давайте, какая-нибудь самая простая выигрышная игра. Ну, ребро. Да. Ну, так, вот давайте в какую-нибудь такую игру сыграем.
Да. Но во второй игре никто ходить не хочет, да, в первой, наконец-то. Да, потому что, заметь, да, во второй игре никто ходить не хочет, равно как и в первой игре никто не хочет ходить в лист. Потому что как только один игрок сходит в лист, второй быстренько выиграет. Но у них есть, получается, единственный вариант не проиграть за мгновенно им ходить по этому циклу. Но на самом деле, кстати, да, это контринтуитивно, но на самом деле вот эту игру можно нарисовать гораздо короче. Да ладно. Что, уже все, да? А, ой, у меня еще черненький. Нет, смотрите, то есть на самом деле все можно нарисовать еще вот так. О! Эта игра называется, кстати, сейв. О! То есть как бы игру можно закончить, а можно как бы засейвить. Да. Это действительно пример того, как выигрышная плюс выигрышная может быть ничейная. Так, хорошо. А может ли выигрышная плюс... А всегда ли выигрышная плюс выигрышная ничейная? Нет. Ну давайте уберем петлю. Так, да. Если мы из этого сейва уберем петлю, то получится типичная проигрышная игра. Ну и в принципе, на самом деле, верно следующее, что если у нас игра циклическая, то сложение ее с самой собой даст заведомо проигрышную игру, потому что у второго игрока есть симметричная стратегия. Да. Так, а бывает ли эта игра выигрышной? Как? Угу. Ну да, 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 что тут думать, да. Так, то есть вот получается, что с точки зрения такого простого анализа у нас проблема, потому что сумма двух выигрышных игр может быть равна чему угодно. Буквально. Так. Ну вот. Ну хорошо. А если я вас попрошу сложить ничейную игру с чем-нибудь? Вот ничейная с проигрышной, что будет? Да. О, ну-кась. Вот, Эмпль, да. Ну, скорее всего, никто не хочет. Никто не играет, да, в игре. Да, ну, у обоих есть непроигрышная стратегия, ходить только в первой. Да. Так, 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 так. Так, то есть мы утверждаем, нет, что... Нет, нет, неправда, да. Неправда, ух ты. Никто не хочет в выходить. Ну, да. Никто не хочет идти, поэтому все хочет. Ну, почему? Ну, мало ли. На самом деле, если дать человеку два хода подряд в одной игре, то она может перестать быть ничейной. Ну, два хода подряд, да. Но это если она и есть. Так, ну хорошо, нет, ну тут как всегда это называется. Как бы это утверждает. Так вот, кто-то утверждает, что он тут второй, что у обоих игроков есть непроигрышная стратегия. Да, ходить в N плюс P. Нет, ну давайте, действительно. Ну давайте проверим. Вот, допустим, рассмотрим, как у нас, кстати, бывает удобно рассматривать. Будем рассматривать второго игрока, да? Докажем, что у второго игрока есть непроигрышная стратегия. Как мы это докажем? Ну вот. Значит, ну идея очень простая. Ну, начнем с того, что вот у нас есть игра N плюс P, и давайте подумаем, а куда первый игрок может вообще сходить? Вот, давайте просто, вот первый игрок. Какие игры, какую пару игр может подсунуть второму игроку? Он может подсунуть N плюс P, если подходит. Так. Значит, давайте-ка. Ну, тут, на самом деле, я так нарисую сейчас три варианта. Так, значит, смотрите. Значит, нарисуем так. Он может пойти в игру действительно N плюс V. А, то есть... может, еще и V плюс V. N плюс V. Нет, N плюс V это не V плюс V. Нет, она может сказаться V плюс V. Не может, потому что ничейная игра это ничейная игра. То есть, как бы, за один ход поменяется только одна игра. И то, если поменяется. Потому что если мы ходим вот из ничейной игры, то из ничейной игры можно куда пойти? Либо выигрыш. Да, можно пойти либо в выигрышную, либо, собственно, в ничейную. Причем в ничейную точно можно, а в выигрышную как повезет. А, ну да, кстати, забыл представить самую интеллектуальную игру всех времен и народов. Да, это называется луп. Во. Ну да. Такая супер, да. Это называется такая супер ничейная игра. Да, чем она приятна? Видите, она не просто ничейная, она в сумме с абсолютно любой игрой дает ничью. Вот. То есть, да, чемпионат мира не проведешь, конечно, как всегда, но вот, ну что делать. Вот. Значит, N плюс P и чуть-чуть. И бывает еще V плюс P. Так.
Ну, что мы можем сделать? Так, ну если нам подсунули V плюс P, то как бы нам не проиграть? Очень просто, тупо выиграть. Да. Такая интересная, да, беспроигрышная стратегия выиграть. Что? А... Ну вот. Нет, ну нет, ну не совсем так. Почему? Первый игрок может пойти туда в расчете на то, что мы как бы, ну типа, ошибемся. Ну, что такое оптимально, да? Нет, вторая, нет, зачем? Нет, мы сейчас за второго игрока, мы сейчас за первого не думаем. То есть, да, мы сейчас думаем за второго игрока. Мы сейчас, ну, сейчас просто удобнее будет доказать, что у второго игрока есть непроигрышная стратегия, а первого быстро свести. Ну, сразу скажу, если мы докажем, ну, уже отсюда видно, что если мы сейчас докажем, что у второго игрока есть непроигрышная стратегия, то мы докажем, что у первого есть непроигрышная стратегия, потому что у него есть вот такой ход. Вот. Но как мы теперь докажем, что у второго есть непроигрышная стратегия? Ну, я даже, знаете, не буду тянуть интригу. На самом деле, из обеих этих игр можно прекрасно сходить в N плюс P. Вот. То есть стратегия второго игрока. Если подсунули V плюс P, значит, выигрываем. В противном случае поддерживаем N плюс P. Гарантируется, что у нас всегда будет ход, который это поддерживает. Все. То есть, ну вот, то есть у второго игрока, значит, непроигрышная стратегия есть, у первого игрока тоже, значит, вывод n плюс p равно n. Так, а теперь интрига. Как вы думаете, чему равно n плюс v? Чему оно может быть равно? А проигрыша типа не бывает. Почему? Так, да, то есть, заметим, что да, игра непроигрышная, потому что у первого игрока есть непроигрышный ход n плюс p. Да, то есть заведомо ничейный. Теперь возникает вопрос. Хорошо, да, то есть игра должна быть либо выигрышной, либо ничейной. А нельзя ли точнее сказать, что игра там всегда ничейная или всегда выигрышная? Но вот проблема в том, что из n плюс v можно сходить в n плюс v и непонятно ничего. Да, вот v плюс v и, да. Ну давайте так. Ну давайте так, может, давайте более простой вопрос. Может ли быть эта игра ничейной? Да, конечно. Каким образом? Мы пойдем в n плюс v. Ну вон луп возьмем. Нет, это не ничей, это называется непроигрышная стратегия. Но может быть игра на самом деле выигрышная, просто мы это... Если одна из игр, это луп. Ну да, если одна из игр. Вот, да. Но заметим сразу, что n плюс что угодно можно писать, что n всегда бывает, потому что есть интеллектуальная игра луп, да. Так, теперь остается только вопрос. А может ли игра n плюс v быть выигрышной? Ну, может быть, конечно, нет. Может прийти в v плюс v, которая будет проигрышной. Так, ну это если она будет, да. V плюс v может быть проигрышной, а может выигрышной. Поэтому... Ну, может же быть. Давайте в сейве еще одну вершинку внизу подвесим. Получится. Вот так вот. Так, ну если мы возьмем такой сейв... Якобы. Да, то получится, что это... А, да! Нет, на самом деле это не... Нет, обратите внимание, на... Нет, на самом деле, смотрите, как интересно. Сама в себе эта игра, конечно, не проигрышная. Да, знаете, вот у игры с петлей всегда можно доказать, что она не проигрышная. Ну вот, доказательство. Предположим, что она проигрышная. Тогда первый игрок ходит, значит, в этой петле и подсовывает эту же позицию второму игроку и не проигрывает. Противоречие. Да, абсолютно неконструктивное доказательство, но тем не менее. Не начинать в петле, а пойти так, чтобы никогда не достигнуть петли. Ну, такое тоже может быть. Да, но в данном случае просто получается, что ему невыгодно, да. Ну, это если только эту игру рассматривать. Но если рассмотреть... сумму этих игр вот с такой, то оказывается, что из этой петли выйти выгодно. Потому что первый игрок, вот если это плюс это, то есть первый игрок ходит сюда, а потом, собственно, симметричной стратегией побеждает. Честно, например, о том, что вот эта конкретная игра, она выигрышная, а не ничейная, потому что... Эта игра выигрышная? Первый игрок есть выигрышная стратегия. Да, какое? Пойти вниз. Да, это проигрышная. Не, мы специально лишнюю вершинку нарисовали, да. Поэтому получается, что n плюс v вполне себе может быть и. Так, ну и теперь интеллектуальная ситуация n плюс n. Что такое n плюс n? Точно ничья. Да, почему?
Чего? Ничья-то точно бывает. Так, ну ничья бывает, хорошо. А что еще бывает? Ну, то есть можно так в n плюс v перейти, а n плюс v может быть только выигрышный, еще дополнительно, поэтому туда нет смысла ходить. В n плюс v мы не хотим переходить, потому что когда мы проиграем. Ну хорошо, то есть ладно, давайте так. Ну давайте смотрим. Да, мы можем пойти из n плюс n только в n плюс n или n плюс v. N плюс v не является проигрышной игрой, значит n плюс n выигрышной не является. Вот. Но является ли она проигрышной? Можно. Если она проигрышная. Ну, кажется, да. Может ли она быть проигрышной? Но есть подозрение, что... Но есть, ну, проигрышная она не будет, потому что у первого игрока тоже там будет беспроигрышная стратегия «ходи всегда в n плюс n». Вот. Почему? Почему это беспроигрышная стратегия? Ходить в n плюс n. Потому что из n плюс n можно попасть либо в n плюс n, с которого снова можно вернуться в n плюс n, либо в n плюс v. А из n плюс v всегда можно сходить в n плюс p, которая тоже ничейная. То есть это безопасно. Понимаете, да? Вот. Поэтому на самом деле, да, ничья плюс ничья равно железобетонная ничья. Такая вот красота. Вот. Так что, ну вот, ну выясняется, да. То есть, к сожалению, это все показывает, что действительно, просто проведя ретроанализ в каждом графе по отдельности, к сожалению, результат игры вы не узнаете. Ну, если, ну вот, ну, если, конечно, нам не повезет. То есть, если там хотя бы, если там есть в этой сумме хотя бы одна выигрышная игра, то точно результата мы не узнаем. Ну вот, ну правда, да, если две ничьи, то узнаем. Если одна игра проигрышная, то результат узнаем. Вот. Но, значит, тем не менее, уже это полезно. Потому что, да, если возвращаться к формальным инструментам анализа, то, ну, давайте так, сначала у нас возникает маленькая, конечно, лемочка. Да, ну, во-первых, знаете, такая маленькая техническая лемочка, да? Что если игра А1 эквивалентна Б1, а А2 эквивалентна Б2, то из этого следует, что А1 плюс А2 эквивалентно B1 плюс B2. Вот такое утверждение. Да, и в каком контексте? Игры. Ну, пределы. А, пределы? А, красиво. Вот, ну в данном случае да. Ну, доказательство здесь, конечно, такое, что понятно, что view от A1 плюс A2 плюс C, ну, во-первых, оно равно view от b1 плюс a2 плюс c. Ну, потому что здесь вот можно вот так скобочки поставить и типа сказать, что в роли этой вот любой игры c подсунем a2 плюс c, да? Ну, еще у нас сложение игр коммутативное. Да. Да, сложение игр коммутативное, да, потому что, ну, короче, оно так устроено, да. Вот. Нет, а, важно еще, да, да. А еще если складывать больше двух игр, то сложение ассоциативно. Да, поразительно, да? Вот. Так что да, ассоциативно, коммутативно же. Эх, если бы еще и было обратимо, да, вообще. Почему игру тоже не игры будет ассоциативно? Представь себе, кучу игр выложено просто. Ну, смотри, да, да. Я бы нарисовал так, смотри. Вот у нас что такое игра А плюс Б плюс С. Это значит, ты должен. Значит, это ты говоришь, либо я делаю ход в игре С, либо одну из двух. Вот. Если у тебя есть игра А плюс Б плюс С, то либо ты делаешь ход в игре А, либо одно из двух. Но если развернуть это одно из двух, то везде получится, либо делаем ход в игре А, либо в игре Б, либо в игре С. Ой-ой-ой. Кошмар какой. Да. Ну вот. Так что да. Вот. Такие вот приколы нашего городка это называется. Да. Так вот. Но на самом деле теперь появляется теорема имени Льва Толстого. Более известная как теорема Анны Карениной. Догадываетесь, какая? Анна Каренина явно проиграла. Не, ну в какой-то системе ценности это. Ну, как сказать, проиграл. Ну, как сказать, нет, парадокс в том, что на тот момент она еще не проиграла. Потому что речь идет не о известном всем. Ну, то есть, да, есть, конечно, у этого романа концовка, которую все знают. Да, далеко. Нет. Альтернативная концовка, да? А, ну да.
Короче, под поиском она, да, под поездом она нашла нору, там нырнула и стала пить там чай с большим кроликом. Да-да-да. Красивый вариант, конечно, мог быть. Нет, мало кто помнит, но просто у этого романа есть еще и начало. Да, ну кто помнит, когда, как звучит первая фраза романа Анна Каренина? Нет. Ну, нет. Нет, там другая фраза, там другая достаточно. Я проиграл? Нет, там фраза была... Нет, там фраза была такая. Все счастливые семьи счастливы одинаково. А каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Так вот. Значит, теорема имени Анны Карениной. Все проигрышные игры эквивалентны. Ну, доказательство вон. Так что да, все проигрышные игры проигрышны одинаково. Да, немножко наоборот, конечно, получилось, но тем не менее. А вот каждая выигрышная игра выигрышная уже, как мы выясним, по-своему. И ничейные игры тоже разные бывают. Ну, собственно, у нас сегодня цель, на самом деле, полностью описать, какие игры с точки зрения эквивалентности вообще бывают. Да, это у нас цель занятия сегодня такая. Вот. Какие у нас игры бывают? Ну, кстати, на тему того, да, еще я тут напишу, конечно, и не просто эквивалент, а эквивалентный звездочка 0. Что такое звездочка 0? Ну, есть такая интеллектуальная игра ним. Значит, смотрите, интеллектуальная игра ним. Звездочка n камней. Значит, это называется ним. Значит, игра заключается в следующем. У вас есть куча из n камней. Да, куча в обывательском смысле, а не вот это вот все. Вот. Играет два игрока. На своем ходу игрок может взять из этой кучи произвольное ненулевое количество камней. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. И вот. Вот такая интеллектуальная игра. Потрясающая, да, я думаю, она потрясает своим интеллектуализмом, да. Чемпионат мира тоже вряд ли по ней проведешь. Но с другой стороны, подлянка есть. А если там параллельно несколько досок? О-о-о! А тогда появляется задача, которую на Межнаре по математике в 90-м году никто не решил. Давайте просуммируем, рассмотрим сумму таких нимов. Сразу там с кучками А1, А2, А3 и так далее. Кто выиграет? Не придумали. Ну, потому что, как бы, да, они спортивным программированием не занимались, у них-то баяном не было. Хотя, кстати, как ни странно, вот эта теория, на самом деле, это теория 30-х годов, на самом деле. Ну, там, как бы, больше вопрос о... До какой степени было исключено, собственно, олимпиадное программирование, да. Нет, хотя нет, в 90-м году это были первые годы, когда, по-моему, российские команды вообще поучаствовали в ACPC, называется, и там, ну вот, и а чуть раньше начали участвовать еще в Межнарах. Вот, ну такие, начинали так участвовать, то есть там, по-моему, да, конечно, сборная Советского Союза участвовала в Межнарах по математике пару раз. Ну, потом ей было сложно это делать, ну, по понятным причинам, да. Ну, Союз развалился, вот. Вот, но дело было. Там прецеденты были. Вот. Ну, а давайте так. Но в этой игре уже сама подлянка есть. Вот скажите, пожалуйста, а это какая игра? Выигрышная, проигрышная, ничейная? Ничейная. Ифен равно нулю ничейная. Фу, да. То, потому что, да, маленькая подлянка. Эта игра проигрышная при n равно нулю и выигрышная иначе. Вот. Да, не ничейная. Вот. Да, не самая интеллектуальная игра. Но на самом деле теория эквивалентности утверждает, что в ациклических играх более интеллектуального ничего нет. То есть на самом деле все игры вот такие. Вот. Почему так? Ну, и докажем, и в общем-то докажем мы это достаточно просто. Смотрите. Ну, во-первых, давайте докажем лемочку. Как доказывать, что игра А эквивалентна ниму из И камней? Значит, критерий оказывается очень простой.
И как А эквивалентно нему из и камней, если тогда и только тогда, когда игра А плюс звездочка И проигрышная. То есть вот такой неожиданно простой критерий. Да, может показаться, что внезапно. А доказательство может вообще показаться. Сейчас я просто тут на пальцах какую-то магию сделаю, но факт остается фактом. Смотрите. То есть доказательство очень простое. Давайте вот в эту сторону, как мы это докажем. То есть раз А эквивалентно звездочка И, то А плюс звездочка И эквивалентно звездочка И плюс звездочка И. Логично, да? А звездочка И плюс звездочка И, ну она как бы автоматически проигрышная. Ну потому что симметричная, да? Так что в одну сторону не очень интересно. В другую сторону... Значит, А плюс звездочка И проигрышная, то есть А плюс звездочка И, как вы поняли, эквивалентно звездочке 0. Да? Но из этого следует, что, ну вот, что А плюс звездочка И плюс звездочка И эквивалентно звездочка 0 плюс звездочке И, что в некотором смысле равно звездочке И. Правда? Почему? Ну, из нас А эквивалентно звездочка И, это же означает только то, что у нас результаты А плюс звездочка И, звездочка И плюс звездочка И одинаковые. Не, Да, но при этом, ну, при этом у нас вот эта лемма есть. Все, да. Вот. Да. Вот. А здесь смотрите что. Но здесь заметим, что да, вот здесь довели, что А плюс звездочка И плюс звездочка И это звездочка И, но при этом мы помним, что звездочка И плюс звездочка И как проигрышная игра эквивалентна А плюс звездочка 0. И это тоже в каком-то смысле равно А. Отсюда мы выводим, что А эквивалентна звездочка И. Приятно, правда? Приятно, правда. Вот. То есть, действительно, доказательство как бы, да, немножко магически выглядит, но факт остается фактом, да? Это будет там очень удобно. То есть, как сейчас мы теперь будем, ну, вот, то есть, как нам теперь доказывать? Потому что сейчас мы докажем действительно важную теорему. Сейчас я, по сути, докажу, что любая ациклическая игра эквивалентна ниму. Как я это буду доказывать? Ну, очевидно, по индукции. По индукции в топ-сорте. И для этого мне, ну, вот, и теорема будет сформулирована следующим образом. Смотрите внимательно. Пусть у меня есть игра А, из которой мы ходим, то есть есть ходы в игры А1, А2 и так далее, АК, где игра А эквивалентна ниму из И1 камня, значит, А2 эквивалентна ниму из И2 камней, значит, ИК. Вот так, да? Тогда из этого следует, что игра А эквивалентна ниму из И камней, где И равно... Так, ну-ка, давай, ну-ка давайте так. Кто знает ответ на этот вопрос? Да, ну логично, да, большинство знают, да, действительно. Но тут, правда, заметим, что если вы не знаете, можно его даже вывести. Потому что я думаю, вы уже догадываетесь, как мы... Потому что да, вы даже не зная И, можете догадываться, как мы это будем, наверное, доказывать, да? Как мы это будем доказывать? Мы это будем доказывать так. Докажем, что в игре А плюс звездочка И есть выигрышная стратегия у второго игрока, правда? То есть доказательство будет звучать так. Итак, А плюс звездочка И. Давайте подумаем, куда первый игрок может сходить? Он может сходить в звездочка И Жи плюс звездочка И, а может сходить в А плюс звездочка И штрих. И наша задача теперь подогнать такое И, чтобы на каждый из этих ходов у нас был убедительный ответ. Но проще всего разобраться с этой штукой, потому что у двух нимов есть приятное свойство. Очевидно, что сумма двух нимов проигрышна, если они одинаковые, и выигрышна, если они разные, правда? Так это очевидно? Ну, если мы складываем два одинаковых нима, игра проигрышна в силу симметричной стратегии, правда?
Вот. А если у вас, вы складываете два разных ним, там, ним 57, ним 179, то что делать? Да, то есть на самом деле первый игрок выигрывает, потому что он просто первым ходом уравнивает кучки и дальше выигрывает симметричной стратегией, да? Вот. Поэтому для того, чтобы гарантировать, что эта игра выигрышная, ну что тут вот, чтобы первый игрок там не может подсунуть два одинаковых нима, то мы должны, наверное, потребовать, что и не должно быть там и 1, и 2, и так далее, и к. Понятно, да? Но первый игрок, хорошо, первый игрок сюда ходить не будет. Но он может и сюда пойти, то есть уменьшить количество камней в кучке. Но хочется кинуть ему какую-то бяку. Какую бяку хочется ему кинуть? Чтобы как он не уменьшил. Да. Да, но в идеале тогда идея. Ну вот, да. То есть очень хотелось бы, чтобы ему на каждом, на каждый такой ход был ответ такой. И штрих плюс и штрих. Но как гарантировать, что такое, ну вот. Как такое гарантировать? Ну, гарантировать очень просто. Надо просто потребовать, что самого числа и в этом множестве нету. А все числа... Ну вот. А все числа от нуля до и не включительно лежат в этом множестве. Что же это за число? То есть, получается, и должно быть минимальным целым неотрицательным числом, которая не лежит в этом множестве. И это известно как MEX. То есть Minimal Excluded. Вот, вот, собственно, кстати, теорему еще и сразу доказали. Вот, понятно, да? То есть MEX, вот, вот такой MEX. То есть что это нам теперь дает? Это нам дает теперь маленькую приятную вещь. То есть это нам дает то есть возможность сказать, что любая циклическая игра эквивалентна ниму, и более того, этот ним можно легко найти, потому что мы можем рассматривать вершины в порядке обратном топ-сорту и к каждой вершине применять вот этот мекс. Кстати, с отдельных случаев даже инициализации рекурсии рассматривать даже не надо, потому что если у вас из вершины никаких ходов нет, то мекс у пустого множества тоже есть, и он равен нулю. Логично, да? Вот он равен нулю. А кстати, теперь, кстати, возникает вопрос, за какую асимптотику можно найти MEX чисел? Зорко. Каким образом? Ну давайте заметим, что он не превосходит k. Да. Ну действительно, да. Заметим, что от нуля до k плюс одно число, значит, хоть одно из них не встречается, да? И что? Заведем массив размера k плюс 1. Ну да. Ну да, то есть заведем массив юзит от 0 до k и тупо пометим все числа от 0 до k, которые тут есть, а потом просто фориком найдем минимальное, которое не пометилось. Да, все предельно просто. Чего? Без доп. Памяти можно. Да, без доп. Памяти? А как? Огус. Ух ты, да. Кошмар. А теперь, да, интеллектуальная задача сделать это без доп. Памяти. Но мы не будем. Заколокка. Да, вот хочется, да. У от k и без дуб памяти, да. А, это все еще дуб памяти, да. Да, мясо. Но. Да, но это отдельное веселье, но мы в него копать не будем. Нам сейчас не это принципиально. Так, ну хорошо. То есть получается, у любого ациклического графа за от v плюс e мы можем найти его нимбер. Да, есть, да, в науке на самом деле есть такое умное слово нимбер. Ну, как number, только нимбер. Нет, буквально. То есть мы будем называть число и нимбером игры А, если А эквивалентна звездочка И. Да, в русской традиции это больше называется функция Шпрага-Гранди, конечно. Ну, вот по имени ученых, которые это все разрабатывали. Вот, но на самом деле там в каких-то там корейско-англоязычных разборах я видел слово нимбер. Ну, и оно мне кажется более емкое и такое более короткое. Хоть, конечно, у нас-то... Функция Шпрага-Гранди называется. Но правда, для того, чтобы научиться складывать больше, чем две игры, да, то есть как теперь сложить две игры? Очень просто. Надо вычислить нимбер одной, нимбер другой. Если они равны, значит игра проигрышная. Соответственно, а если они разные, значит игра выигрышная. Понимаете, да? А правда, теперь возникает вопрос. А что делать, если игр 3, 4, 5 или так далее? Как их складывать? Чего?
Нет, мы научились две складывать только с точки зрения результата игры. Ну, мы сказали просто, что если две игры, то есть если игры эквивалентны одинаковому нимберу, значит сумма проигрышная. А если они разные, то игра выигрышная. Вот. Ну, доказательство вот, собственно, здесь, да. Вот. Вот если мы хотим три, но для этого, конечно, придется копнуть еще чуть-чуть. Потому что справиться с этим нам поможет игра, то есть мистическая теорема, о том, что, тоже назовем это теоремой, что ним и плюс ним g тоже эквивалентен ниму. Но какому? Так, ну ладно, ну тут же вы точно ответ знаете, естественно. Это, конечно, ответ, да. То есть, видимо, совсем контринтуитивный для рандомных там межнаров по математике. Но это x or g. Да. Ну, в 90-м году, конечно. Не, ну сейчас это просто баян. Ну, как бы, да. Не, ну я уже рассказывал, да, там на межнаре, да. Иногда олимпиадах политик. Так приятно решать задачу вида. Давайте введем вот эту ДП или там запустим ДФС, там, или что-нибудь еще в этом роде. Или там в теории графов дадут там какую-нибудь задачу на разрез. А потом выясняется, что олимпиадки по информатике преимущество, потому что они знают, что такое потоки, там теорема Форда-Фалкерсона там, и так далее. И задача решается на халяву. Да, и вас отпускают на пару раньше. Не, ну просто, знаете, это был прикол. У нас просто был. Нет, просто у нас был такой прикол, что вот у нас были семинары по дискретке, и вот и вел у нас их Александр Борисович Тайняк. Знаете такого? Нет? Ну да, вот. Ну вот он, значит, рассказывал действительно интересные вещи, какие-то предлагал там порешать интересные задачки. Ну вот, но как-то, я не знаю, то ли мы, видимо, были продвинутой группой, то ли шо, но утверждалось, что как бы мы часто уходили с семинаров пораньше. Но один раз вот реально был прецедент, что он там дал какие-то задачи, которые реально решались через потоки. Поэтому там олимпиадники по информатике их решали быстро. Вот. А их тогда на потоке не так много было, кстати. Да. Не, ну да. Ну, слушайте, там, ой, господи. Ой, сколько нас тогда было, это называется, да. Как говорится, было, да. То есть, честно скажу, знаете, просто это в 2009 году это была нас просто одна группа была, на самом деле. То есть такая нас группа отдельных там олимпиадников. То есть тогда еще там не так много всяких всеросов поступало. То есть это сейчас там это всеросы на физтех поступают сотнями, но... Что, не сотнями? А, если столько все... Ну столько всеросов нет. Ну окей, да. Нет, это сейчас там... Ну да. Не, ну правда, есть еще другие вузы, там, я не знаю, там на Покровском бульваре там один стоит. Ой, да, экономисты там какие-то, колледж экономический какой-то сидит такой, да. Вычли все раз, а готовы еще 100 тысяч на подходе. Ну да. Ага, окей. Нет, ну ладно, это привык. Нет, просто, но все равно это будет побольше, чем, знаете, просто у меня ощущение, что тогда взяли просто практически всех сервисов, которые были. То есть поступили на ФИФТ, и оказалось, что они там все, это все прям по математике, физике и информатике, и они там все, по-моему, в одну группу, там, по-моему, 18 человек поместились, или 16. Вот. Нет, на поверку оказалось, что у нас там из нашего поколения было еще пара сервисов, которые там поступили на ФУПом. Или там какой-нибудь Лёва Толмачёв, который там поступил и вообще закончил ФОП, там и так далее. Но это уже другая история. Вот. Какой-нибудь там, но не важно. Так вот. Значит, давайте, ладно, вернемся к делу. Как доказать вот эту теорему? Так, ну, как бы критерии у нас, как всегда, то есть надо доказать, что сумма этих трех нимов проигрышна, правда? Ну, на самом деле, оптимально логически это вывести так. Ну, как оптимально? Мне кажется, что вот один из оптимальных путей вот такой. Надо просто доказать следующую теорему, что звездочка И плюс звездочка G плюс звездочка К проигрышная тогда и только тогда, когда И XOR G XOR K равно нулю. Вроде логично, да? Не, ну ладно, если вы... Так, ну да. Но тут это называется, кто помнит доказательство этого факта. Ну вот, но тут аккуратно надо, да. Да, надо поддерживать. То теперь остается только доказать, что это всегда можно сделать. Да, понятно. По сути, да, заметим, что приятно.
Приятное следующее, что действительно, если x40 равен нулю, то любой ход выводит в ситуацию, когда x40 не равен нулю. Остается только доказать, что если x40 не равен нулю, то всегда можно сделать ход в равное нулю. А как это сделать? x40 не больше, чем максимум. Да? Это неправда. Из двух элементов. Ладно. Из трех элементов это неправда. Из двух элементов это тоже неверно. Смотрим биты, которые... Ну, 2 в 8, x40, 2 в 7 равно... Да, да. Так что, увы, не все так просто в датском королевстве. Да. Да, да, да. То есть на самом деле, да, после Фенвика, в общем-то, логика должна быть простой. Итак, действительно, делаем XOR. То есть сначала все, это там, у нас тут везде 0, 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
все еще 0. Там как-то так, вот там как-то так еще может быть еще вот так. И тут бабах, произошла сенсация, XOR стал не 0. Это означает, что хотя бы одно из этих чисел в этом месте имеет явно не 0. А может и 3. Ну, допустим, это оказалось число k. Но тогда идея оказывается очень простая. Давайте уменьшим число k так, чтобы тут был 0, а тут мы запишем все, что угодно, так, чтобы тут везде стали нули. А ведь мы можем теперь биты подгонять как угодно, правда? Ну, понятно, логика, в общем, не сильно сложная, да? Вот, поэтому не будем тут копать, ну, вот сильно далеко, просто скажем, да, что вот, получается, теорема доказана, и тем самым, получается, мы умеем складывать... Ну вот, то есть получается, мы теперь умеем действительно кое-что там складывать абсолютно любые нимы. Так, а в обратку? Чего обратно? Нет, смотри, дальнейшее доказательство звучит так. Докажем по индукции, по сумме и плюс g плюс k, что теорема верна. То есть доказательство очень простое. Ну, то есть доказательство будет по сути, что если xor g плюс k равно нулю, то все ходы ведут в y с xor не равным нулю, это по индукции выигрышные y. Значит, применяем принцип проигрышности, говорим, что она проигрышная. Если и плюс g плюс xor g плюс k не равно нулю, то у нас есть ход в xor g плюс k равно нулю, и она проигрышная. Какое? Что если игра проигрышная, то XOR всех троп. Нет, мы доказали, что если XOR 0, то игра проигрышная, а если XOR не 0, то она выигрышная. Да, все. Так что в этом, да, тут как раз все просто. То есть, в общем, то есть на самом деле так, по модулю этой всей технической шелухи, на самом деле, это, собственно, там, самое ядерное, это, собственно, вот эта часть. Вот. Ну и в результате получается, конечно, какие-то веселые игры, которые нельзя не рассмотреть. Ну вот, ну тут, конечно, веселые игры начинаются. Ну, классика, конечно. Классическая, конечно, является игра про Штирлица и Бюллера. Да. Так, ну как кто знает эту игру? Ага. Вы понятно знаете, да. Понятно. Так, кто еще раз знает? Давайте. Чисто на соцспрос. Так, Ваня не любит поднимать руку? Я не понял, что это такое. Да ладно, я ж вам рассказывал. Ну ладно, хорошо, значит, веселая игра. Штирлиц и Мюллер стреляют по очереди. В очереди N человек. Вот. Нет. Нет, почему нет? Это одна нормальная очередь, вполне себе очередь. Ну, там, в ней стоит до 5000 человек, естественно. Типичная очередь. Да. Как пройденским маршруткам. Нет, ну просто, может, ну там в Германии, наверное, под конец могла быть такая очередь, на самом деле, куда-нибудь. Вот. Вот такие вот. Вот такая вот очередь. Значит, стреляют товарищи без промаха. Ну, смотрите. Значит, смотрите. Немцы, с одной стороны, люди такие, железопорядочные. Поэтому, как бы, если рядом с вами убили вашего соседа, вы продолжаете стоять. Более того, даже следующие стоящие за ним в очереди на его место не встают. Но! Все-таки нервы у них не железные, поэтому если у какого-то товарища выяснилось, что всех его соседей убили, он пугается и убегает. Проигрывает в этом развлечении, естественно, тот, кто не может сделать ход. Первым стреляет Штирлиц. Скажите, пожалуйста, кто выиграет при правильной игре, и если это Штирлиц, то куда ему нужно первым ходом стрелять?
Нет, ну, за, нет, ну зачем ему стрелять? Да? Нет, ну зачем, знаете? Ну да, 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 да. Нам нужно лично массировать. Не, ну не, нет, там не совсем так, знаете, Мюллер вообще, Мюллер, помните, на самом деле реально в фильме Мюллер спросил так, зараз, по-моему, Штирлиц, так, как у меня, там, почему мне невыгодно вас было бы сейчас просто прикрыть и там тихо грохнуть или там просто арестовать. И Штирлиц бы так, тогда бы вы остались один на один со многими врагами здесь, в этом здании. И я не уверен, что вы бы победили. На самом деле можно ответить, что Штирлицу тоже там, выгодно, наверное, иметь Мюллера в качестве друга, чем там, в качестве там, врага, пусть даже расстрелянного. Так что поэтому придется уважить Мюллера и немножко поиграть в интеллектуальную игру. Вот. Давайте теперь возникает вопрос, как же в нее играть? Вот. Вот давайте, да, 5 тысяч человек в очереди. Человек, то она раскладывается на сумму двух. Ну да. Да, заметьте, мы помним, что Штирлиц, как минимум по легенде, закончил физико-математический факультет. Ну вот. И где-то, видимо, в это время как раз изобреталась теория Шпагарранти. Да, поэтому Штирлиц знает, что делать. И знает он примерно следующее, что если вы решили, что, действительно, если вы тут ликвидировали человека, то, ну, в очереди убился либо один человек, либо два человека, либо очередь распределилась на, по сути, две независимые игры. Ну, в которой там и минус один человек, и n минус и человек. Идея остается такая. То есть просто давайте посчитаем. То есть тогда давайте просто для каждого игры от 0 до n посчитаем ее нимбер. Да? Тогда нимбер вот этой суммы, это просто вот ксор тех двух нимберов. И тогда, получается, остается только для игры там, для n просто перебрать ее n ходов, там получить n нимберов и, собственно, эти, ну, вот эти нимберов, собственно, взять мекс. Получается решение за квадрат. Понятно, да? Ну, то есть, может, там отдельная песня, можно там попытаться, может, почитать закономерности и обнаружить, а нельзя ли решить эту задачу там как-то более быстро. Вот, но есть такая задача. Ну вот, ну, есть, конечно, еще добрая детская задача. Ну, почти. Да, так как это детская задача, то она обычно более известна как «молись и кайся». Ну да, классическая байка, как внук за бабушкой бегает действительно и просит поставить соответствующий мультик. Но звучит это именно так. Ну вот, видимо, в его исполнении условия задачи звучало бы так. Можно еще раз для тех, кто не понял прикол? То есть ситуация. Мальчик очень любит мультик про Карлсона. И вот бегает за бабушкой и просит ему поставить этот мультик. Но букву R он не выговаривает. Ну и там просто, ну там шипящие всякие, кстати, он кричит за бабушкой и говорит: «Молись и кайся!» Все. Да. Да, сложный прикол, да, ну вот. Видимо, в его исполнении условие задачи будет звучать так. «Молись и кайся делят пилок. Пилок был испечен в форме прямоугольного параллелепипеда». Да, не знаю, насколько ребенок выговорит это слово, конечно. Но. Вот. С целыми столонами координат. Да. Будут они, соответственно, А, Б и С. И товарищи делят этот пирог. Как они его делят? Очень просто. Каждый игрок просто берет. Значит, там берет нож, делит его, собственно, перпендикулярно какой-то оси координат. Причем соответствующая сторона делится на две стороны. Ну вот, так вот, меньшая по объему из этих частей торжественно съедается. Ну вот, а большая остается, соответственно, соседу. Спрашивается. Ну вот, проигрывает, естественно, тот, кто не может сделать ход. А не, казалось бы, тот, кто больше съест. Спрашивается, кто выиграет при правильной игре? Почему, если больше съел, то проиграл? Да потому что задохнулся и плавился, и просто... Ну вот. Ну как минимум, да. Но в данном случае, да, проигрывает тот, кому достанется пирог один на один на один. Так, ну давайте предположим, что А, Б и С, допустим, тоже до 5000. Ну, по крайней мере, в классической постановке. Кто тут выиграет при правильной? Как тут определить, кто выиграет? Ну, очевидно, малыш. Почему? Ну, не знаю.
Да, прям. Прям очень хочется, да? Хотя по духу книжки там Карлсон явно как-то выиграет. Ну, да, ладно. Там всякими. Не, Карлсон не выиграет, потому что он все съест. Ну, это да. Ну, да. А, нет, ну, смотрите, а Карлсон первым ходом отрезает весь пирог, кроме первой плоскости. Не-не, он на момент... И получается, Карлсон делает последний ход, то есть игра заканчивается за 3 хода, и Карлсон побеждает. Вот на что. Эва как. Возможно. Ну, понятно. Ладно, а если серьезно? То есть, придумал правильно. Это сумма трех игр. Ну, если серьезно, да, у нас независимые изменения. Да, если серьезно, то заметим, что, по сути, у нас есть сумма трех независимых игр, в каждой из которых, типа, дано число n, дана кучка из n камней, мы имеем право забрать не больше, чем половины из нее. Вот. Проигрывает тот, кому достанется один камень. Да. Но остается только вопрос, как эту игру решать? Ну, можно решить ее просто стандартным тупым образом, потому что у вас не более чем n пополам ходов. Вот. Но дальше, на самом деле, да. То есть в качестве упражнения вам можно оставить такую веселую, там, то есть как это оптимизировать до n log n, а то и до единиц. Вот. Вот. Ну, потому что там, на самом деле, заметим, там аккуратненькими сканлайнами можно, на самом деле, поддерживать, какие ходы у вас есть. Ну, когда вы переходите от n до n плюс 1, у вас там, в общем-то, в мексе, в общем, там, не более, там, появляется одно новое число и исчезает не более, чем одно старое. Поэтому, по сути, у вас там, ну, поэтому там можно аккуратно допилить. Но, честно скажу, то есть, на самом деле, по-моему, там можно, на самом деле, и закономерность найти, на самом деле. Да. Так, ну, какие еще игры есть? Ну, на самом деле, да, прежде чем двигаться дальше, есть, конечно, еще две важные игры, которые мы не можем не рассмотреть. Одна из важнейших, конечно, игр в теории будет, конечно, знаменитая игра Хакенбуш. Так, ну кто знает, что означает Хакенбуш? Ну, скорее, отрезаем. Да, подрезаем, да. Нет, я долгое время думал, что Хакенбуш — это фамилия такая, да, но вот. Да, на самом деле, видимо, распространенное заблуждение, кто-то даже Хакенбуш так. Вот так пишет с большой буквы, хорошо, это фамилия. А на самом деле, Хакенбуш, не более того. Вот. В чем заключается игра? Ой. Значит, в чем заключается игра? Игра заключается такая. Дано подвешенное дерево. То есть дано подвешенное дерево. Значит, играют два игрока. За один свой ход игрок подрезает ребро. То есть в графе уничтожается ребро, а также висящее на нем под дерево. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Ну вот и спрашивается, кто, что и как. Видимо, нам хочется делать что-то вида... Что такое мы без под дерева? Это, видимо, мы плюс под дерево, плюс еще такое же под дерево. Да, это правда? Чего? Не факт. Ну, хочется, ну, в общем, нам хочется не прирезать, не отрезать, а что-то наоборот припиливать. Да? Зачем? Ну, отрезать как-то неприятно. Нет, ну почему? Нормально. Ну да. Единственная проблема, что общее число состояний, которое у вас тут может возникнуть в этой игре, очень большое. Поэтому забабахать полный ретроанализ, как в некоторых видах, там шахматы с малым количеством фигур, у вас не получится. Вот. Что же делать? Ну, во-первых, заметим следующее, что вот если у нас тут есть у корня три под дерево, там три сына, то у нас есть три независимые игры, правда? Которые потом можно проанализировать отдельно и потом поксорить. Но теперь возникает такой естественный вопрос. Жила-была игра, в которой на одном ребре висит какое-то под дерево, и нам известно, что у самого по себе этого под дерева нимбер И. Внимание, вопрос. Каков может быть нимбер вот этой игры? Мы либо отрезаем, либо играем. Чего? 0, либо 1. Почему 0, либо 1? Ну, 0, нет, наоборот, кстати, сразу скажу, 0, очевидно, быть не может. Почему? Просто потому, что вы можете обрезать все это дерево, и у противника не останется ходов. То есть мы можем сходить в 0. Следовательно, нимбер этой игры заведомо не 0. Может ли быть один? Ну, конечно, может, если это дерево пустое. Ну, если с одной вершины. Ну да. А какой вообще? Можно ли привести хотя бы один пример нимбера, который тут заведомо может быть?
потенциале мы получим либо число меньшее, чем и, либо на. Ну, нет, мы получим число меньшее, чем и, но подвешенное на этом же ребре. Тут возникает вопрос тогда, как у них меняется. Ну, хочется, да. Ну да, осталось только выдвинуть гипотезу. Что, глух? Да ладно, глухарь. Нет, на самом деле лакчик открывается неожиданно просто. А можно ли привести вообще какое-нибудь дерево, у которого нимбер — это и? Ну да, то есть заметим, да, что да. Да, то есть на самом деле заметим, что существует, если мы возьмем тут бамбук длины и, то нимбер у него и, потому что игра просто, можно сказать, изоморфна ниму из-за камней. Видно, да? Но тогда в этом случае, если мы эту штуку подвесим за ребро, то получится и плюс один. Теперь вот возникает, ну вот. И теперь вот тогда как бы возникает вопрос, а нельзя ли доказать, что другого не бывает? Вот конкретно тут, оказывается, можно. Доказательство как раз вот действительно по индукции проводится. Потому что какие ходы я могу... то есть я тут могу сделать какие-то ходы и получить какие-то нимберы. Я могу получить там все нимберы до и минус 1, и само и не могу, и еще могу там получить какие-то. Правда? Но тогда заметим, что я, если эти игры подвешу за это ребро, то по предположению индукции я получу какие числа? Я получу числа как раз от 1 до и плюс 1 не получу, и дальше еще что-то получу. А еще, да, дополнительно мы еще получим 0, потому что я могу просто это отпилить. Следовательно, мекс равен и плюс 1. То есть вот такая вот приятная игра, на самом деле, вот приятное решение здесь может вас ждать. Да, но, конечно, немножко, может быть, нетривиально его так с нуля придумать, но игра вот такая известная. Вот. Ну-ка, ну вот. Так что ну, вот такая красота. Так, сколько у нас там времени? Так, эх, да, сколько, конечно, игр можно рассмотреть. Вот. Ну ладно, может, поговорим ближе к концу еще. Уж там теоретически можно еще. Посмотреть там какие-то примеры. Ладно, ну вот. Так. Ну ладно, не будем тогда терять время. И тогда пойдем дальше. Ну, возникает вопрос, а что у нас дальше? Ну, дальше, на самом деле, наша цель, конечно, дальше простая. А как бы нам посклонить? То есть мы с вами научились решать ациклические игры. То есть, а именно, то есть мы, более того, то есть если у нас надо просуммировать несколько ациклических игр, то мы это сделаем за линию. А теперь у нас задача, а как бы нам поскладывать циклические игры? Да, там бывают ничьи. Более того, бывает еще подлость. Вот у нас сразу могла быть мечта. Смотрите, очевидно, ничейные игры нимам не эквивалентны, да? А все ли проигрышные игры эквивалентны нимам, кстати? Ну, можно сказать, что все проигрышные игры эквивалентны... А, это было для Дага? Нет, сейчас, секунду. Нет. А теперь прикол, что когда мы анализировали суммы, мы не пользовались тем, что игры ациклические. Поэтому, да, все проигрышные игры эквивалентны, поэтому все они эквивалентны, например, к нему из нуля камней. Да, отлично. Итак, все ничейные игры, то есть ничейные игры заведомо не эквивалентны никакому ниму, а все проигрышные, наоборот, заведомо эквивалентны. А теперь возникает вопрос. Бывают ли выигрышные игры, которые не эквивалентны никакому ниму? Давайте такой разминочный вопрос, пока я стираю. Есть ощущение, что да, возьмем игру, ну, ту же самую. Так. Если не эквивалентны, то у нас же бывает выигрышная равна ничейная, а мы когда доказывали это. Ага. Ну, по сути, да. Да. Да, можно, но это вот из глобальных соображений да, но самый простой пример это на самом деле просто игра сейф. То есть есть игра сейф, которая заведомо, она выигрышная, но никому ниму не эквивалентна. Почему? Потому что эта игра в сумме с абсолютно любой игрой заведомо не проигрышна. Да, даже не просто с нимом, а просто она заведомо не проигрышна, потому что... Ну вот, заведомо доказательство. Пусть она проигрышная, тогда первый игрок ходит в нее же и неожиданно выигрывает. Противоречие. Понятно, да?
То есть получается сейф никому не, никакому ниму не эквивалентен. Что же делать? Вот. Тут на самом деле надо думать. Вот смотрите. Но вот, да, будьте внимательны, сейчас нам, конечно, думать придется серьезно. Так, кстати, да. Так, давайте на всякий случай. Кто вообще знает теорему Смита-Фрэнкеля? Да ладно. Толк как-то нету. Нет, знаете, судя по тому, что, знаете, если там вам Total CS у Волкыша вы рассказываете, да? То как бы есть это подозрение, что это вообще детский садик. А, понятно, да. Действовал в сочетании вот эти теории Смита, но когда вы это гуглите, там вообще много пусто. Да, да ладно. А что там, статья Станкевича и Гринографов вам не вылезает разве? Нет. Нет, вот. Да, то есть на самом деле, да, литература по всему этому, прям вот можно почитать и замечательно, да, то есть это на самом деле там просто Станкевич игры на графах или комбинаторные игры. И там просто на русском или даже на английском языке действительно все это вот очень подробно и красиво расписано. Правда, теорема Смита-Фрэнкеля там не доказывается. Ну, там на поверку, как мы убедимся, из того, что там сказано ранее, то есть на самом деле все вот это вы уже довыводите. Причем несколько лет, правда, там действительно подлянка, что несколько лет назад там при подготовке экзамена кто-то спросил, а как бы литература со всеми доказательствами есть? И поиск показал, что да, у нас проблемы. То есть там сам Станкевич, по-моему, особо не помнил, откуда он это все взял. Хотя там, ну, то есть нет, какие-то отсылки есть, то есть там, но где-то там, я только максимум нашел, в какой-то там книге действительно где-то там чуть-чуть это там действительно что-то упоминалось там с фамилиями Смит и Фрэнкель. Ну, что это вообще? У них же есть такая какая-то. Наверное, но мнение, но подробнее мне неизвестно. Нет, просто если это какие-то... Ну, не знаю. Нет, может быть, потому что как бы игра потом пошла далеко вперед, это все, то есть все это не очень интересно. Потому что, не знаю, одна из культовейших игр по этой вещи, кстати, если уж так рекламировать, то есть такой, классиком, конечно, считается такой товарищ, как Конвей. Вот. И тут так. Книжка называется Combinatorial Game Theory. Вот. Но этого там конкретно не будет, потому что там сразу пойдут в красно-синего, там, в красно-синего Хакенбуша. То есть там сразу будет задача такая. Вот дан Хакенбуш, ну, во-первых, там не дерево, а произвольный граф, подвешенный за вершину. И типа там компонента отпиливается, если она прям не связана с корнем. А во-вторых, там еще все ребра бывают красные, синие и зеленые. И там типа первый игрок имеет право отпиливать только красные и зеленые, второй игрок имеет право отпиливать только синие и зеленые. Время пошло. Да, то есть это на самом деле еще более продвинутая вещь, на самом деле, да. Вот. То есть, да. То есть это называется красно-синий Хакенбуш. Может, там некоторые олимпиадники мечтают, что когда они придут на сборы, им это расскажут. Вот. Ну вот, но мы с вами пока изучим вещи попроще. Так, для этого давайте выжмем максимум. Значит, начнем с того, что выжмем максимум из нимберов. Вот у нас есть. Смотрите, у нас есть с вами принцип, да? Такой, что если из вершины все ходы ведут в нимберы, то она тоже нимбер, и мы его знаем, да? Так вот, теперь предположим, что мы будем применять этот принцип до тех пор, пока можем. Верно ли, что все эти и что все, что не будет разведанным нимбером, нимбером действительно не является? Не, ну проигрышная игра, ну вот да, совершенно верно, да, это конечно да, потому что можно заметить, что да, в таком виде мы даже не все проигрышные игры найдем. Потому что помните, как мы находим проигрышные игры? То есть я вот сейчас это переформулирую ближе к тому, что я сейчас скажу. Как мы находим проигрышные игры? Мы говорим, что игра проигрышная, если все ходы ведут из нее в вершины, из которых есть ходы в разведанные ранее проигрышные. Да. Как это называется? Как в науке называется вершина, из которой есть ход в разведанно-проигрышную игру? Да, мы их называем выигрышными играми почему-то, да. Вот. Но заметим, что к принципу, вот этому оглашенному мной принципу нимберовости это отношение не имеет, поэтому есть риск, что мы так просто не все проигрышные игры даже найдем. Поэтому я сейчас скажу, поэтому есть мистическая теорема почему-то 9,
Вот. Значит, сейчас, у которой будет, да, редкий случай, сейчас у нее условие теоремы будет сложнее, чем доказательство. Значит, теорема звучит так. Рассмотрим игру А. Разобрем ходы из нее на два множества. На множество А1, А2 и так далее, АК. И на множество B1, B2 и так далее, BL. Смотрите. Значит, смотрите, сейчас вот внимательно. Пусть каждая игра АИТа эквивалентна своему ниму, который мы так и назовем. И1, И2 и так далее, ИК. Вот. А про Бшки мы ничего не знаем. Может, они эквивалентны ниму, может, эквивалентны, но мы про это не знаем. Может, знаем, но забыли и так далее. Вот. А теперь дальше, значит, смотрите, совсем магия. Рассмотрим, пусть И это мекс этих чисел. И1, И2 и так далее, ИК. Да, кстати, каждое из этих множеств А и Б может вполне себе пустым быть. То есть К может быть равно нулю, и Б, и L может быть равно нулю. Так вот, пусть И у меня мекс. Ну, если L равно нулю, то тогда мы знаем, что А эквивалентно ниму из-за камней. Да? Обобщение принципа теперь звучит так. Пусть неожиданно выяснилось, что из каждой игры B есть ход в игру, эквивалентную ниму из-за камней. Где вот. И это мех, который мы нашли? Да. То есть неожиданно еще и выяснилось, что весы. Так вот, тогда из всего этого следует, что А эквивалентно ниму из И камней. Вот, понятно, да? Все? Ну, 9-то все, ну, 9-то все просто, потому что у Станкевича это теорема 9. Ну, там, кстати, теорема про проигрышные эквиваленты — это теорема 2. Вот этот принцип вот этой эквивалентности, вот этот технический, это теорема 1. Ну и так далее. Там много теоремочек таких доказывается. То есть, да. То есть, если бы я сейчас рассказывал по своей любимой желтой тетрадке, то как бы у меня была бы та же нумерация. Но я сейчас ее не помню, поэтому я там некоторые теоремы перевожу в факт лем или просто очевидных утверждений. Там, а, теорема 8, там, например, что ним И плюс ним G эквивалентен, соответственно, чему. Вот. Значит, смотрите. Итак, как же доказать, что игра А эквивалентна ниму из-за камней? Рассмотрим А плюс И. Там. Да, ну давайте как всегда. Рассмотрим, что докажем, что у второго игрока есть выигрышная стратегия, как всегда. Да? Так, что может сделать первый игрок? Да, он может пойти в, значит, звездочка ИЖ плюс звездочка И, может пойти в там БЖТ плюс звездочка И, а может пойти в А плюс звездочка И. Так, ну действительно, да, давайте, да. Так, ой, я штрих забыл нарисовать, сейчас нарисую, да. Так, ну что мы видим, да, эта игра заведомо выигрышная, потому что они не равны. Так, это здесь мы замечаем, что здесь можно просто пойти в звездочка И плюс звездочка И и подсунуть противнику проигрышную позицию, да? Вот видите, мы тут прописали, да? Так, чего? Ну да. А здесь есть, так как это мекс, то получается И' плюс И' вполне может. Замечательно. То есть у второго игрока есть выигрышная стратегия. Вот. То есть, видите, то есть такая типичная ситуация. То есть теорема сложная, доказательство простое. Ну вот, ну как там, ну что-то типа этой, знаете, у вас там в матлогике у вас там, по-моему, есть эта теорема там, о том, что там любая тавтология выводится из 13 аксиом.
11, да ладно. Видимо, если на лекции было вычисление. Если первая логика, там было больше. Если вычисление 13, 13. Ну вот. Ну да. Там-то, да. Ну там, по-моему, да, то есть, как бы эти 13 аксиом, да, может быть, сложно помнить, но на самом деле они там, может быть, подогнаны так, что действительно там все аккуратно выводится. Вот. Впрочем, не уверен, что вас будут заставлять выучивать доказательства. Или будут? Супер. Ну, значит, уровень растет. Вот, да. Так, ну то есть видим, да, доказательство здесь что-то оказалось не слишком сложным, да? Но сейчас будет едва ли не самое сложное доказательство в этой всей нашей теории. Так вот, теорема 10. Она звучит так. Будем применять к вершинам графа G там теорему 9 пока можем. Тогда, если для вершины V нимбер не нашелся, то как бы игра вот эта вот GV не эквивалентна никакому ниму. То есть утверждаете, что вот этот принцип уже полный. То есть как бы, ну как с выигрышностью и проигрышностью. Допустим, мы доказали, что вот применяем вы принципы выигрышности и проигрышности. Если применение кончилось, то где не удалось применить, там ничья. Вот здесь мы докажем, что будем применять вот эту вот нимберовость. То есть мы применяем. Если выяснилось, что больше никуда применить нельзя, значит, где нимбер не нашелся, там его просто в природе не существует. Понятная идея, да? Вот, понятно? Ну, поехали. Давайте его примем. Ну вот. Как же это доказать? Значит, вот сейчас, смотрите внимательно, сейчас будет доказательство действительно максимально, вот самое сложное. Ну, то есть, понятно, в сумме, конечно, не убой, но... Чего? Ну, в сумме не убой, если поссорить нимберы всех доказательств. Ну, осталось только выяснить, что такое нимбер доказательства. Нет, ну там, я не знаю, можно поксорить его рандомный хэш или там колмогоровскую сложность. Жизнь играет. О, господи, да. Ой, ну да. Значит, смотрите. Доказательство будет такое. Давайте предположим противное. Да, редкий случай, конечно, но вот, по-моему, раз в жизни мы предположим противное. Предположим, что какая-то игра А эквивалентна ниму из какого-то И камней, и при этом... А плюс звездочка И проигрышно за минимальное число ходов. Ну, то есть понятно, да, что... То есть понятно, пусть у нас существуют такие игры, что А плюс И звездочка И проигрышная, при этом А не является разведанным нимбером вот в этом смысле, да? Из всех таких игр выберем такую пару, что они проигрышны за минимальное число ходов. Понятно, да? Итак, ну поехали. Как же мы это будем доказывать? А доказывать будем вот как. Раз эта игра проигрышная, значит у второго игрока есть выигрышная стратегия. То есть у него есть такая стратегия, согласно которой он будет подсовывать противнику не просто проигрышную игру, но и проигрышную за меньшее число ходов. Согласны? Запомнили, да? Значит, теперь думаем. Так, как ходит вообще, как теоретически может пойти первый игрок? Вот как он во всей этой игре может пойти? Ну, давайте вот как. Нет, для этого мы сделаем, давайте я даже сделаю для удобства А плюс звездочка G все-таки, а не А плюс звездочка И. Сейчас вы увидите почему. Вот. Значит, смотрите. Дело в том, что просто про игру А можно сказать, что у нее есть ходы в разведанные нимы. И есть ходы в... Мы это будем называть, кстати, неопределенности. То есть, знаете, я даже определение введу. Ну, ладно, давайте так, ладно, пока на словах скажу.
что будем называть игру неопределенной, если ее нимбер не определился. Но, как мы сейчас докажем, это будет эквивалентно тому, что игра не эквивалентна никакому нимбу. Понятно, да? Значит, поехали. Ну, давайте думать. На самом деле, что тут может произойти? Ну, во-первых, заметим, что G больше либо равна мексу этих всех чисел. Почему? Потому что если бы она была меньше мекса, то есть G тогда встречалась бы в этом, среди этих ходов, и тогда первый игрока был бы тупо выигрышный ход. Просто он так... Ну, утверждение такое, G здесь нет, потому что если бы G была, то A плюс звездочка G была бы выигрышной игрой, правда? Понимаете, да? Да. Значит, теперь у нас бывает, рассмотрим два случая. G равно мексу от этих ишек. И G больше мекса. Что не так? Вот рассмотрим такие два случая. Вот пусть G равно мекс. Тогда заметим маленькую приятную вещь. Тогда заметим, что раз G это мекс, то тогда почему мы не смогли к игре А применить нашу теорему 9? Да, потому что существует какое-то условное B2, из которого нет хода в ним из G камней, правда? А вот давайте-ка предположим, что первый игрок неожиданно решил взять и в эту игру и пойти. То есть такое, что вот из B2 нет хода в звездочка G. Но тем не менее, из этой игры выигрышный ход существует, правда? Да, из этой игры выигрышный ход существует. Но как он будет выглядеть? В ним из B2 он вести не будет, правда? Ну, разведанный ним из B2. Ну, из B2 можно пойти в ним, а можно не в ним. Так вот, в разведанный ним выигрышный ход не ведет, потому что среди разведанных нимов G нету, да? Вот. Тогда, получается, этот выигрышный ход, он может вести куда? Либо в какую-то игру C1 плюс звездочка G, где C1 это неопределенность, да? То есть не нимбер, да? Либо мы из игры B2 пойдем, то есть пойдем, оставим игру B2 и пойдем в G'. Но оба раза приводят нас к тому, что мы подсунули первую игру, проигрышную игру, вида неопределенность плюс ним. Да, ну вот. То есть противоречие, если она проигрышная, причем будет за меньшее число ходов. То есть видите, то есть доказательство у нас на чем тут базируется? Базируется на том, что мы посмотрели, как, что если первый игрок сходит вот так, то второй игрок может подсунуть ему только вот эти позиции, и они, получается, должны быть проигрышными за минимальное число ходов. Понятно, да? Значит, этого случая не бывает. Понимаете, да? А что делать, если G больше мекса? Ну, в этом случае идея очень простая. Тогда A плюс звездочка G, он просто пойдет в игру A плюс звездочка мекс. Вот пусть первый игрок так пошел. Тогда давайте посмотрим, как... Ну, если G больше мекса, то мы как бы можем в этом ниме пойти в мекс. Но тогда какой выигрышный ход у второго игрока? Ну, заметим, из А в ним он пойти не может, потому что этого мекса там нет. Вот. Но тогда получается, что он... Тогда второй игрок вынужден будет пойти либо в какой-нибудь там B, там, я не знаю, ZT плюс звездочка мекс, либо пойти в игру A плюс звездочка G'. Но опять мы получаем оба раза, это игра вида неопределенность плюс ним. Проигрышное за меньшее число ходов, противоречие. Понятно, да? То есть, видите, база индукции здесь заключается в том, что, да, у нас
Ну, то есть, да, видимо, где-то база индукции заключается в том, что у нас не может быть неопределенной, такой неопределенной игры, которая такая, что неопределенная игра плюс ним проигрышная за 0 ходов. Ну, потому что что это? Потому что это единственная игра, что если это за 0 ходов, то есть это получается, что в игре А нет ходов, а к такой игре мы уж нимбер найдем. Понимаете, да? То есть, вот такой экзотический вывод. То есть, получается, если мы будем эту теорему применять до бесконечности, да, то получается хорошо. Причем более того, смотрите, тут еще есть, кстати, психологический такой тонкий момент, что, как мы уже сказали, мы на самом деле эту теорему могли пытаться применять, видя, что на самом деле мы знаем, что здесь, здесь и здесь это нимбер, но мы его решили проигнорировать. То есть, по-хорошему, это будет отдельный вопрос. А когда мы будем пытаться применить принцип к вершине А, мы всю используемую информацию должны знать или не всю? Или может быть, надо правильное подмножество А-шек проигнорировать, и все получится? Но на самом деле, в качестве упражнения, я вам ставлю это в качестве упражнения, собственно, додумать, что на самом деле не использовать какую-то уже известную информацию здесь бессмысленно. То есть, это ничего нового вам не даст. Вопрос. А разве не опирается то, что нужно взять, то, что, например, то, что на доске, то, что BZ и A это неопределенность. Например, то, что BZ это неопределенность, которая прям не которая при этом. Но которая эквивалентность какого-то нему. Потому что что мы говорим? То, что противоречие в чем? То, что получаем то, что BZ плюс звездочка X. То есть это игра вида неопределенность плюс ним, и она проигрышная за меньшее число ходов. Противоречие с тем, что мы в самом начале сказали, из всех игр типа проигрышных игр вида неопределенность плюс G выбрали игру проигрышную игру за минимальное число ходов. Да, но мы здесь пользуемся тем, что BZ это неопределенность. Да. Вот, получается, что, по крайней мере, в доказательной теории мы не можем забыть про то, что у нас что-то на самом деле ним. То есть, если бы BZ был на самом деле ним, то доказательство не работает. Ну да. Нет, ну понимаете, да, но просто в доказательстве мы сказали так, что мы не смогли применить принцип никак. Стало быть, мы его, как частый случай, не смогли применить и в виде, когда нам известна полная информация. Поэтому мы в доказательстве тут теорему можем. Давайте, пусть ашки у нас это все известные нимы, а это прям реально неопределенности. Тогда и вот доказательство начинает работать. Да. Да, спасибо, важная оговорка. Не очень понятно, что делать с предложением забыть часть информации. Нет, ну с ним ничего не надо делать, потому что, в принципе, теорему-то мы доказали. Да. То есть там, как бы, то есть вот этот вопрос на самом деле всплывет, когда мы начнем это кодить. То есть вот мы говорим, надо применить информацию. Теперь внимание вопрос, а можем ли мы эту информацию применить? То есть как бы, хорошо, допустим, мы в жадном виде не применили, а можем ли ее применить хоть в каком-то виде? Но об этом, я думаю, мы поговорим в конце. Сейчас мы добьем теоретическую составляющую. Итак, мы сейчас доказали важный момент, да, что действительно, что у нас нашелся принцип, согласно которому у нас есть такая неопределенность. Вот. Хотя, кстати, по большому счету мы можем сказать, что если бы мы заявляли, что мы используем всегда полную информацию, то есть все нимберы мы точно знаем, а бэшки заведомо, про них мы точно прям ничего не записано, да? То, в общем-то, кстати, это доказательство этой теоремы тоже бы зашло. Согласны? Ну, утверждение такое. Предположим, ну, в теореме 9 мы говорили, что мы как бы можем какую-то случайно забыть, что какие-то бэшки эквивалентны ниму, может, мы это знаем, но мы это решили проигнорировать сознательно, да? Но на самом деле, если бы теорему 9 формулировали в требованиях, что мы ничего не игнорируем, то есть как бы понятно, что у нас как бы есть граф, на некоторых вершинах записан ним, а некоторых не записан, да? Так вот, если мы используем все записанные нимы, то как бы теорема на самом деле 10 тоже верна. Ну, потому что вот в доказательстве на самом деле теоремы 10 мы, в общем-то, ну вот, ну, скажем так, потому что доказательство теоремы 10, в общем, от этого не поменялось. Понимаете, да? В принципе, это уже может быть доказательством того, что на самом деле там подмножество искать не надо.
Вот, но не суть. Значит, суть в том, суть в следующем. Значит, жили-были эти нимберы. Так, а перерыв, кстати, надо? Надо? Так, сколько там у нас времени? А, 11:37. Ну да, думаю, пришло время некоторого перерыва. То есть, может, логика показаться нетривиальной, но ничего сложного там дальше уже не будет. Потому что мы, на самом деле, с вами, помимо всего прочего, то есть теперь давайте попробуем поанализировать, что мы теперь знаем про суммы разных игр. На самом деле мы кое-что знаем. Мы с вами уже знаем, что ним плюс им, ним плюс ним равен ниму. Логично, да? А что мы знаем про игру не опор плюс ним? Она не равна никакому ниму. Да. Нет, все еще. Но на самом деле, с точки зрения результата игры, мы знаем, можно более простой результат. Да, она не эквивалентна никакому ниму, потому что она не проигрышная. Да? То есть она бывает ничейная, а бывает выигрышная. Мы зададимся еще... Хорошо. Тогда зададимся, знаете, каким вопросом? А как вы думаете, что такое неопор плюс неопор? Вот захотел я сложить две неопределенные игры. Вот вопрос, что у меня получится? Прям проигрышная игра получится? Нет, проигрышная, конечно, не будет. Проигрышная стратегия за все время ходить в неопределенную. Да, ведь смотрите, есть такая интеллектуальная стратегия, ходи всегда, оставляй всегда неопор плюс неопор. Да, важный момент, из неопределенной игры всегда можно пойти в неопределенную. Да? Ну, потому что если все ходы ведут в нимы, то и мы ним, это мы уже выяснили. Вот, поэтому есть такая беспроигрышная стратегия. Потому что если кто, у, то есть, может быть, у какого-то игрока сдадут нервы, и он переведет игру в неопор плюс ним. Но эта игра заведомо непроигрышная. То есть это, ну вот. Ну, то есть, если противник нас в это переведет, ну, мы ему скажем спасибо и точно не проиграем. Так что отсюда следует, что неопор плюс неопор за обоих игроков непроигрышная игра. Итак, неопор плюс неопор какая игра? Да, то есть, на самом деле, это просто боевая ничья. Но на самом деле, я могу заявить даже более крутую ноту. Я вам даже больше скажу. Я теперь скажу, что неопор плюс неопор плюс абсолютно любая игра С тоже равна ничья. Или даже, знаете, это я сейчас то же самое напишу, но в таком продвинутом виде. Пусть у меня такая сумма неопор плюс неопор плюс там А1 плюс А2 плюс А3 плюс А4 плюс и так далее плюс АК. Вот я просто... Допустим, я хочу рассмотреть сумму каких-то инсти игр, но хотя бы две из них неопределенные. Так вот, я утверждаю, что это заведомая ничья. То есть эквивалентно петле. Да. Или что то же самое, то есть что то же самое, неопор плюс неопор, эквивалентно лупу. То есть прибавить к абсолютно любым играм две неопределенности, то же самое, что прицепить к ним луп. То есть абсолютно мертвая ничья. Потому что как бы стратегия та же. Делай все, что хочешь, главное сохраняй две неопределенности. Потому что как только у одного из игроков сдадут нервы, он сделает одну неопределенность, то получится неопределенность плюс ним, которая не проигрывает. Понятно, да? То есть если противник, у противника сдадут нервы, значит мы не проиграли. А если не у противника, ну вот. Но если у противника не сдадут, значит сделаем так, что у нас не сдадут, и игра никогда не закончится. Вообще мощная заява, да? А теперь давайте разберемся поподробнее с неопределенностью плюс ним. Видите, у нас в лупе все-таки невозможно проиграть, а в неопределенный плюс неопределенный при желании невозможно. Ну что значит? Ну,
ну, проиграть, ну, в лупе нельзя, но нет, в принципе, да, есть такое, что, конечно, если рассматривать там игры в поддавки, то, конечно, да, там игры становятся несколько сложнее. Да, если успеем, наверное, мы в конце даже хотя бы поддавки на нимах рассмотрим, там, конечно, но там, впрочем, оказывается неожиданно весело. Значит, смотрите, хорошо, неопор плюс неопор разобрали, оказывается, неопор плюс неопор — это тупо луп, и не паримся. А чему эквивалентно неопор плюс ним? Так. Плюс ним и в ним плюс ним. Так. Ну, ну, может и не быть, кстати, но не важно. Ну, тогда это, ну, я тут это ничья. Так, ну давайте смотреть сейчас, давайте. Но тут нам интересно даже, знаете что? То есть нам на самом деле с точки зрения полного анализа будет интересно, ну, как бы, классифицировать на самом деле все неопределенности. Поэтому нам интересно вот что. Дана неопределенность. Мы, ну вот, мы хотим перебрать, мы хотим рассмотреть все вообще возможные игры вида это неопределенность плюс С. И сказать, эта игра выигрышная, проигрышная или ничейная. Ну, проигрышных таких не бывает, мы уже выяснили, да? Ну, точнее, неопределенность плюс неопределенность ничейная. Неопределенность плюс ним бывает ничейная и выигрышная. А теперь возникает, ну, теперь нам интересно даже с точки зрения эквивалентности такой вопрос. А для каких нимов эта игра будет выигрышная, а для каких ничейная? Как вы думаете? Вот давайте просто приведем пример. Рассмотрим игру А, у которой есть ходы, в, как всегда, в там и 1, и 2, и так далее, и К. А еще у нас есть, и есть еще ходы в какие-то там неопределенности B1, B2 и так далее, BL. Да? Теперь смотрите, что мы про эту игру знаем? Мы знаем, А плюс любая неопор — это ничейная игра, да? А если я сложу А с нимом из G камней, то что я про нее могу сказать? Чего? Если G содержится в нашем множестве, то это... Да. Это выигрышно. Да, то есть если G лежит вот в этом множестве и 1, и 2, и так далее, и К, то эта игра заведомо выигрышная, да, есть крутой выигрышный ход. А если G там не лежит, то что? Равна X или побольше X. Если равна X, то... А я скажу так, уже даже не важно. Давайте просто сделаем... Но нам еще надо ходить в БИ, в БКТ, если мы хотим выиграть. Нет. Ну как повезет. Ну, смотрите, в ИШКе, ну давайте так, в ИШКе ходить бессмысленно, иначе мы тупо проиграем. Но есть, остается только либо пойти в БШку, то есть неопределенность, да? Либо сделать А плюс G'. То есть опять оставить неопределенность плюс ним. И это опять же не является выигрышным ходом, являться не может. Потому что все эти позиции... То есть, получается, мы перебрали все ходы и поняли, что все эти ходы в проигрышные позиции ввести не могут. Следовательно, если G не лежит по этому множеству, то игра тупо ничейная. И ничейная стратегия будет типа там все что угодно, кроме хода сюда. Вот. То есть вот получается такая боевая ничья, если G не лежит. Можно еще раз. Значит, ну, рассуждение такое. Рассмотрим игру неопределенность плюс G, где G не лежит в множестве нимов, в которые можно из этой игры А пойти. Да? Смотрите, мы знаем, что игра А плюс G либо выигрышная, либо ничейная. Да? Докажем, что игра не является выигрышной. Для этого достаточно доказать, что мы переберем все ходы первого игрока и докажем, что ни один из этих ходов не ведет в проигрышную позицию. А это необходимо для того, чтобы игра была выигрышная, правда? Как же мы это сделаем? А очень просто. Значит, какие тут ходы бывают? Бывают ходы в звездочка там какой-нибудь ИЗТ плюс И, плюс G. Но так как G этому не равно, то это было бы просто выигрышная игра. Можно пойти в БЗТ плюс звездочка G. Но это опять неопределенность плюс ним, как мы уже выяснили, это не проигрышная игра. И есть еще игра А плюс звездочка G'. Но это тоже неопределенность плюс ним, не проигрышная игра. Все. Это не
правда, что у нас ничейная стратегия выглядит ходи куда угодно, кроме в ним. Потому что если мы пошли в какой-то бет-эт, из которого есть ход в звездочку жи, то мы проиграли. О, да, браво, спасибо. Да, действительно. Конечно, ни в коем случае, да, то есть это не является непроигрышной стратегией, потому что мы случайно можем и в выигрышную позицию попасть. То есть, но тут, конечно, фишка будет заключаться в том, что, ну, выигрышный ход, действительно, как мы уже убеждались по теореме, как он будет выглядеть. Либо жи больше нима, и тогда можно пойти просто в ним. Либо можно еще, либо мы еще, если жи равно ним, то мы знаем, что есть какая-то бэшка, из которой в этот ним пойти нельзя, иначе бы мы принцип применили. В смысле мекс. Ну, жи, да, жи равно мексу, да-да-да, мексу. Вот, понятно, да? Такая вот технология. То есть смотрите, как интересно. То есть на самом деле мы про, оказывается, неопределенность, оказывается, все поняли. То есть мы ее сложили с любой игрой и получили точный результат, правда? Да, видите, потому что мы же, да. Потому что если игра не является нимом, то точно ничья. А если является нимом, то мы знаем, для каких нимов это выигрыш, для каких ничья. То есть такой своего рода антиним. Ну, не антиним. Но просто, но заметим, что на самом деле... Ну, просто смотрите, на самом деле вот эту игру... Но на самом деле, теперь вот представим себе задачу. Предположим, что вы не знаете, как устроена игра, но знаете, что у нее такие результаты. Можете ли, можно ли нарисовать в явном виде какой-нибудь пример игры с вот такими свойствами? Сложно. Нет. Нимы в E1, 2, ИК и петля в себя? Да. То есть на самом деле самый тупой пример такой игры вот такой, смотрите. Значит, берем игру, есть ход в себя, и есть ходы в те же самые нимы. И других ходов нет. То есть, заметим, что вот такая игра на самом деле просто эквивалентна вот такой. Потому что у нее ровно те же свойства. Видно, да? То есть, я могу, если мне дадут выиграть, я выиграю. Если по-тупому выиграть не дадут, я тупо засейвлюсь. Понятно, да? Вот. Эта игра будет называться у нас «Бесконечность с индексом множества и 1, и 2, и так далее, и к». Вот. Ну, кстати, в качестве примера можно сказать, что луп — это бесконечность с индексом пустого множества. А сейф — это на самом деле бесконечность с индексом каким? Да, множество из нуля, да, не путать множество из нуля с пустым множеством, да. Ой, так, что-то у нас. Значит, смотрите. Но тогда, на самом деле, смотрите. Но на самом деле мы уже практически готовы к тому, чтобы сформулировать основную теорему этой всей теории. Ну вот. Причем теорема фактически будет говорить, что на некотором уровне мы все поняли. Вот. Вот. Итак, теорема 12 Смита-Френкеля. Значит, пусть G, там, GV произвольная игра на графе. Тогда, заявляем мы, тогда либо существует такой И, что G эквивалентно звездочкой И, либо существует такое подмножество такого Z больше там целых неотрицательных чисел, что G эквивалентно бесконечности с индексом K. Это не вся теорема, но, как ни странно, но эту часть теоремы мы уже с вами доказали, по сути. Понимаете, да? То есть, по сути, примени принцип, и либо найди ее нимбер, либо, если нимбер не нашелся, то вот таким вот образом выясни множество k. Ну и чтобы уже точно понимать всю теорию, значит, смотрите, при этом, значит, верно еще следующее, что ним i плюс ним g эквивалентен, ну, мы уже знаем, чему.
а также бесконечность с индексом k плюс ним из камней эквивалентен. Вот самый интересный вопрос. Чему? Ну, давайте я допишу теорему. И третий пункт будет, что ним с индексом k плюс ним с индексом l эквивалентен чему? Вот это уж совсем простой вопрос. Симметрической разности множеств. Ну, ладно, объединили, наверное. Пустого множества. Нет, конечно, объединение. Потому что если у нас есть... А, нет, стоп, еще что? Сейчас, ладно, у нас сумма. Но у нас есть ли... У нас интересный случай, когда у нас какое-то g лежит хотя бы в одном из множеств. Нам не важно, лежит ли он в двух и все такое. Так. А между тем, мы уже уверенно, там, 10 минут назад успешно ответили на этот вопрос. А, ну это неопределенность плюс неопределенность. Конечно, господи, все. Неопределенность плюс неопределенность, как мы уже даже сформулировали, она эквивалентна лупу. Все. Все, есть две неопределенности, все, мертвая ничья. Так что никакой симметрической разности нет, боже упаси. Не. Так что давайте, самое интересное для нас вот действительно вот этот случай. Ну-ка давайте расскажите мне. Вот как вы думаете, да? Что я тут должен написать? Если y принадлежит k, то мы понимаем, что это выигрышная игра. Значит, она уже не бесконечная. Ну, типа, чем тут бесконечность? Ну, игра, понятно, не бесконечная. Потому что это сумма не бесконечных игр. Так, ну давайте так. Это вообще ним или неопределенность? Да, если бы это был эквивалентно ниму из g камней, то эта игра k была бы эквивалентна там, ниму и плюс ниму g, по сути, да? Вот. Поэтому мы точно пишем бесконечность. А теперь внимание вопрос. С каким индексом? Нет, подождите, бесконечность, уже точно знаем, что она сама по себе, типа, без суммы с другими играми, она не определенная, но ничейная. Не, обязательно ничейная, потому что она выигрышна. Ну, давайте так. Так. Ну, логика следующая. Нет, ну давайте смотрите, как это мыслить. Ну, давайте выясним так. То есть давайте просто попробуем найти, так сказать, карту этой игры. То есть с кем она в сумме ничейная, с кем она выигрышная. Ну, с неопределенностями она, очевидно, ничейная. Это мы уж понимаем, да? А если мы просуммируем ее с нимом g? Вот k плюс звездочка... Там звездочка i плюс звездочка g. Но это то же самое, как сложить эту звездочку k с... То есть бесконечность k с x or g. Теперь возникает вопрос. Когда эта игра выигрышная, а когда ничейная? Ну да, то есть действительно. То есть если у нас x or g лежит k в k, то эта игра выигрышная. А если не лежит, то, соответственно, ничейная. А теперь возникает вопрос, как назвать такое множество g, как назвать, вот, то есть что это за множество g, такое, что x or g лежит в множестве k? Давайте просто все посмотрим. Да, то есть на самом деле оно так и называется. Вот, прям интуитивно понятно. K, x or i. То есть это множество, то есть понятно, множество таких там x or i, где x лежит в k. Понятно, да? Ну да. Нет, да, у них-то все, а у нас все или... Надо вот... Ну, может. А может и нет, мы же не знаем, да. Ну, как называется, вот, да. Вот есть, да, есть. Хотя, да, если бы писали университет кап, могли бы сейчас быть на их месте. Ой, господи, да. Так, ну и что, ну вот. Так что, получается, вот теорему и доказали. То есть, оказывается, что-то множество игр, оно, оказывается, неинтересно. Игры бывают только нимы и вот это. Все.
Других игр не бывает в природе. Рассматривая только игры на граф. Ну, нет, скажем так, да, рассматривая детерминированные равноправные игры на графах, да. Хотя, конечно, любые игры можно свести к... Хотя практически любую детерминированную игру, на самом деле, особенно там, можно свести действительно к равноправной игре на графе, конечном или бесконечном. Да, если... То есть, да. Да. А, может и никакой. Или какая-то неопределенность. Нет, чуть пока что правило про то, что там про повторение, ну, все, можно свести... Да. Нет, ну, по сути, да. Нет, ну, по сути, да, шахматы сводятся к конечной, да, конечной игре. Кажется, даже циклическое. Да. Нет, ну, нет, ациклическое, наверное, не получится. Нет, ациклическое не получится, потому что фигзи могут туда-сюда ходить. Есть правило, что одна позиция не может повторяться сколько-то раз, при том, что пешки не двигаются. Ну, в этом плане, да. Не, ну там, да, там есть, конечно, позиция, что да, если какая-то... То есть, возможно, если какая-то позиция встретилась уже третий раз, то да. Еще там, что там еще есть? Что-то еще есть. Не, ну да, нет, там еще более, большая отсечка, что если за 50 ходов никого не съели и не было ходов пешками, то объявляется ничья. Ну, да. Да, в некоторых эндшпилях это бывает подлянка, что типа игра выигрышная, но за 162 хода. Нет, у меня в этом смысле, кстати, была вообще такая интеллектуальная игра, на самом деле, на типа игра на высокоуровневость. То есть задача. То есть если у вас осталось на доске там, 5-6 или даже 7 ходов, игра в этом месте прекращается, мы в этом месте влезаем в комп и выясняем, кто выигрывает. Да. Ну да. Просто что правило про то, что 50 ходов не победить, то это ничья, придумали раньше того, как посчитали, что... Ну да. Нет, то это тоже может быть интересно, да. Нет, то это тогда может потребовать. Сейчас как бы эта игра требует просто какой-то технички, потому что, классический пример, вот там, знаете, то есть это если у одного игрока остался король, а у другого короля два коня. То есть формально говоря, в общем случае мат поставить нельзя. Но это сильно в общем случае, то есть на самом деле в отдельном множестве позиций, может быть даже достаточно большом, заматовать вполне можно. И там ходят видюшки в интернете, Сергей Корякин знает, как ставить мат двумя конями. И там, собственно, показывает, как он это делает. Вот. Не, ну не за 102, ну за 102 вам никто не даст. Не, ну там всякое. Ну можно как бы разминаться попроще. В русских шашках есть вообще задача, если у вас там три дамки у противника одна, то вам дается 12 ходов на то, чтобы ее съесть. За 12 ходов не съели, вам ничья. Вот. Но это на самом деле требование знания матчасти, потому что есть технология, которая называется треугольник Петрова, которая там максимум в худшем случае за 11 ходов, в общем случае называется вам даст победу. Но это просто из цикла надо знать. Но это условно из цикла, как для вас это из цикла, чтобы победить на Олимпиаде, надо знать, там, как писать ДФС, например. Ну или там ДО, ну и так далее. Ну уж понятно, да, что уж на высоком уровне нас там понятно. Ну хотя да, если бы вы не знали, как писать ДФС или дерево отрезков, наверное, вы просто тут не сидели сейчас. Ну и чего? Кажется, что все этого не нужно. Да, нет, ну уж ДФС и дерево отрезков вы уж точно ставите, да. Первая задача ДФС, а ну кстати, обоих. Ну как повезет. Нет, ну там... Ну, там примеры такие можно приводить. Но там, ну знаете, ну вопрос... Не. Ну, понимаете, в сервисе вещь такая, на сервисе самом-то да, но можешь вспомнить это, что надо было на регионе задача на сканлайн была. Так что вы должны были еще этот регион пройти. Обратили в сервис, надо было больше структуры, чем чтобы взять пузырь. Ну, нормально. Там еще надо было пучок. Не, ну а почему бы нет? Не, ну нормально, то есть как бы регион проверил, что знаете это. Теперь от вас потребовали более продвинутые соображалки, почему бы нет? Ну, то есть, типа, понятно же, что вам не будут давать ту же самую задачу, потому как вы давали на регионе. Даже идейно, потому что, ну, как бы, понятно, что, да, прошедшие уже умеют ее решать. Ладно. Давайте, надо теперь финализироваться. Ну, теперь, давайте, теперь подойдем к этому вопросу как программисты, и теперь будем решать стандартную задачу. Дано там 2-3 графа, 100 тысяч вершин, 200 тысяч ребер в каждом. Скажите, пожалуйста, чему равна их сумма? А желательно лучше интерактивная задача, там называется «Обыграйте интерактор». Ну, если это возможно, конечно. Понятно, что игра будет, то есть интерактор будет там звучать так. Вам даются графы, вы говорите, игра выигрышная, проигрышная, ничейная. Если она выигрышная или проигрышная, значит, вы начинаете играть за того игрока, кто выигрывает, и интерактор пытается вас завалить. И ваша задача завалить интерактор.
А если гранча, то наоборот, например, интерактор заявляет вам, за кого он будет играть, и, собственно, тогда там ваша задача за сколько-то ходов не проиграть. Вот. Скажем. То есть вот такая красота. Вот. Но для этого, конечно, в каждом графе надо аккуратненько напрямить вот вышеуказанный принцип и выяснить, является ли, то есть для каждой вершины расписать, какая она нимбер, если, ну вот, ну и все. Ну потому что, да, как мы уже поняли, если мы все нимберы нашли, то для каждого не нимбера мы знаем, какого типа бесконечностью она является. То есть надо просто, просто нарисовать вот эту петлю и нарисовать ребра во все нимберы, в которые ее ребра ведут. Понятно, да? Ну а дальше, а там, если у вас надо суммировать игры, то вы их суммируете вот по этому принципу. Понятно, да? Решается за OATN. Да, ух ты. Она решается за OATN, если вы умеете за OATN применять этот принцип. Проблема в том, что теорема 9 не применяется вообще. А, да, теорема 9 не применяется вообще. По крайней мере, мы еще не умеем. Но давайте думать. Итак, давайте вспоминаем теорему 9 и думаем, как ее применять. Точнее, как следить за тем, куда ее можно применить. Ну, начнем, на самом деле, просто с жадного соображения. То есть, как я уже сказал, заметим, что бесполезно ее применять для случаев... то есть, как бы, если мы знаем что-то про какие-то ходы в нимберы, то игнорировать их бесполезно. Почему? Ну, на самом деле, идея... Так, ну, давайте вспомним, в чем она заключается. То есть, у нас есть какие-то игры, которые ведут в разведанные нимберы, да? И1, И2, и К. А также B1 и так далее, BL. Вот, да? Итак, значит, очень хочется... Ну вот, ну как бы чисто теоретически попытка применить в лоб. Попытка применить в лоб этот нимбер звучит так. У нас есть, значит, мы вычисляем честно ним, то есть вычисляем мекс из вот этих всех разведанных нимберов и выясняем, верно ли, что из каждой из этих позиций у нас ведет ход в ним из и камней. Это попытка применить нимбер в лоб, правда? Но теперь возникает вопрос. Предположим, что мы попытались, и у нас не получилось. Ну, там, в самом тупом варианте, допустим, в каждой бэшке мы храним хэшмап на все нимберы, куда мы можем сходить, да? Вот. Так вот, внимание, вопрос. Хорошо, предположим, что не получилось. А можно ли тогда действительно, может ли быть так, что мы сейчас какие-то ашки заигнорим, и после этого неожиданно выяснится, что применить принцип все-таки можно? То есть неожиданно выяснится, что мы сейчас вот некоторые ашки заигнорим, да? И выяснится, что и превратится в и-штрих, то есть вот мекс вот этого вот, да? И выяснится, что оказывается А эквивалентно этому и штриху. Как вы думаете, может ли быть такое? Может. Не вообще. Пойти в А штрих из А. И если мы посмотрим А плюс и штрих, то мы можем пойти в И штрих плюс и штрих, и тогда... Да, то есть заметим, что от того, что мы выкинули числа, мекс может только уменьшиться, да? Но если он уменьшился, то игра А эквивалентна этому ниму быть не может, потому что как бы в игре А плюс звездочка И мы в тот ним могли и пойти. Вот. Так, господи, что случилось? О, господи, что случилось? Окей. Так. Значит, смотрите. Вот. Но если, с другой стороны, и-штрих могла остаться той же. То есть, получается, имеет смысл такое только рассматривать, только когда и-штрих остался тем же мексом. Но тогда, получается, нам просто для больших игр только надо проверить, есть ли ходы в и. И даже, то есть, а мы уже раньше проверили, что для какой-то бэшки нельзя. То есть, вывод очень простой. Игнорировать имеемые у нас уже в кармане нимы смысла не имеет. Можно еще раз рассуждение, почему нам невыгодно идти, игнорировать так, что у нас и-штрих уменьшался? Потому что не может так оказаться, что а эквивалентно ниму из и-штрих. Доказательство такое. А, ну да,
да, потому что просто есть ход. Да. То есть, да, мы его заигнорили, но это не значит, что его нет. Вот. То есть, получается, значит, применять этот ним выгодно именно так, да? Но смотрите, какая еще у меня идея возникает. Хорошо, говорим мы. Значит, хорошо, говорим мы. Нам же, ну вот. Значит, смотри. Значит, тогда идея такая. Значит, вот у нас есть какое-то множество нимов. Оно в процессе может меняться, да? Вот. Ну, тогда идея такая, смотрите. Вот у нас сейчас вот и это мекс, и мы пытаемся применить принцип. Но теперь маленькая приятная вещь. Если заметим, что можем ли мы применить этот принцип. Если мы сейчас применить принцип не можем, то тогда интересная вещь, что если у нас после этого сразу появится какой-то нимбер с числом большим, чем i, то на как бы, применение принципа к вершине А это никак не отразится. Так, ну ладно, слишком абстрактно сказал. Ладно. Потому что лучше я тогда пойду по-другому. Сейчас я просто расскажу, каким образом я хочу теперь этот принцип применять. Потому что начну я с того, что найду... Потому что я буду делать следующим образом. Я попытаюсь найти... Все нимберы равны нулю. Как я это буду делать? Ну, на самом деле, я это буду делать идентично ретроанализу. Ну, потому что, что такое применять принцип... То есть, я буду пробираться по всем вершинам, у которых мекс равен нулю, и применять, и пытаться применять принцип к ним. То есть, если у меня мекс не 0, то я этот принцип временно применять не буду. После того, как я закончу применять принцип на 0, я начну таким же образом применять принцип на 1. Буду применять до тех пор, пока могу. А, ну это мы таким образом просто вот. Ну, почти. Но сейчас, ну, давайте сейчас вот идейно. Сначала я найду все нимы из нуля камней. Потом найду все, то есть попытаюсь найти, то есть буду применять этот принцип только если он даст мне нимбер из нуля камней. То есть я его буду применять так, то есть я смотрю на вершину, если у меня мекс равен нулю, значит пытаюсь применить. Если он не равен нулю, значит я игнорирую эту вершину. Понятно, да? И вот применяю. И вот выяснилось, что у меня больше ни у кого нимбер 0 я выкопать из текущих данных не могу. Тогда я говорю, что а теперь давайте я попробую найти нимбер 1. То есть буду бегать по вершинам и пытаться для каждой из них показать, что она нимбер 1. Понятно, да? Буду тоже делать, пока могу. Потом то же самое сделаю 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Я остановлюсь, если, кстати, для какого-то нимбера k выяснится, что я не нашел вершины нимбера с нимбером k, то я остановлюсь. Почему? Потому что, потому что для того, чтобы я нашел вершину с нимбером 179, я должен найти хотя бы по одной вершине с нимберами 0, 1, 2, 3, 4 и так далее до 178, правда? Вот. Так вот, я утверждаю, я пока не буду говорить, как конкретно я это буду делать, но я заявлю неожиданную вещь. Я утверждаю, что этот процесс даст мне все нимберы. То есть после того, как я закончил ит-ый шаг, я нашел все вершины, у которых нимбер равен 0, 1, 2 и так далее до i. И я ничего не пропустил. Внезапно, да? Да, это может показаться странным, потому что может оказаться, что я там сейчас, прямо сейчас, например, нимбер на 57 не нашел, но потом пошаманился еще, поприменял принципы, и выяснится, что на самом деле потом нимбер на 57 я вполне могу и найти из каких-то, да. Вопрос в том, что именно мы делаем. Ну я же говорю, мы пробегаемся по всем вершинам и пытаемся, то есть у меня в каждом времени есть число i, да? Я пробегаюсь по всем вершинам и для каждой вершины пытаюсь, проверяю, во-первых, верно ли, что у него мекс равен i. А во-вторых, если да, то верно ли, что из всех вот этих вот, то есть всех вот этих вот вершин, их либо ноль, либо из каждой из них есть ход в нимбер и вершин.
Если есть, то я объявляю, что это вершина И. Так вот, я делаю такое для всех вершин. Да в любом порядке. Потому что я пробираюсь по всем вершинам, это проверяю. Если хотя бы одна вершина нимбером И стала, значит я пробираюсь еще раз. Да, пока в тупую. Пока в тупую, да. Пока в тупую. И еще раз. И еще раз до тех пор, пока не получится, да? И вот я выяснил, что нимбер И из И камней я выжать не могу. Тогда я И увеличиваю на 1, и теперь выжимаю то же самое для И плюс 1. Как только у меня очередное число не выжилось, то я прекращаю алгоритм. Потому что дальше я точно ничего не выжму. А теперь возникает вопрос. Почему? Тогда я утверждаю следующее, что после того, как я сделал и ты шаг, я нашел все нимберы от 0 до И. Ну, начнем просто с базы. Почему это может быть так? Потому что заметим, что для нуля это точно верно. Почему? Потому что для нуля я проверяю что? Да, практически да. Потому что для нуля, ну, то есть, потому что, ну, для нуля я делаю так. То есть векс должен быть равен нулю. Для этого необходимо, ну, так как у нас других нимберов нет, то по сути это означает, что у нас нет ни одного хода в ним из нуля. Да? Вот. То есть получается, у меня должны ни один ход не должен быть нимбером 0, но из всех этих вершин должен быть ход в нимбер 0. Это буквально ретроанализ на выигрышные и проигрышные позиции, правда? Нет. Так, слушай, давай не мыслим над всем одновременно. То есть, как бы, да, знаете, да. Вот, то есть, давайте спокойно. Значит, смотрите. То есть, хорошо, нимберы 0 мы так нашли. А почему мы нашли таким образом нимбер 1? Ну, нет, ну в будущем будет, да. Но давайте так, да, почему? Ну, давайте смотреть. Ну, давайте. Нет, ну давайте так. Процесс будет такой. Значит, мы утверждаем, смотрите, верное утверждение следующее, что начиная с момента, как мы начали искать единицу, мы точно знаем, что мы ни к одной вершине не применим нимбер на ноль, правда? То есть просто если мекс равен нулю, то мы можем сразу идти отсюда. А теперь с единицей, да? Но тогда что нам говорит наш принцип? То есть будем применять этот принцип на единицу, и, допустим, мы его применили и больше применить не можем, да? Тогда временно мы его применять прекращаем, да? Но может так случиться, что мы в будущем там применяем какие-то принципы, и может так оказаться, что после того, как мы применили очередной принцип, выяснилось, что какой-то нимбер на единицу таки сработал. Но я утверждаю, что на самом деле этого не произойдет. По крайней мере, наш алгоритм гарантирует, что этого не произойдет. Почему? Смотрите как. Потому что, смотрите, после того, как мы применили принцип на единицу, у нас остались некоторые вершины, у которых вот мекс равен 1, да? И вот и бэшки остались, да? Вот. Видите, да? И мы знаем про какую-то, и мы про какую-то из этих бэшек, вот B2, например, тупо знаем, что из нее хода в ним из, ну вот, из единицы нету, да? Так вот, я утверждаю, что если мы будем применять этот наш принцип на будущие номера, этого никогда и не появится. Почему? Ну, потому что, ну вот. Ну, просто потому что, то есть, действительно, этот принцип нам применить никогда не удастся, просто потому что, ну, а что может поменяться? Потому что если из этой вершины не ведет ходы в разведанные нимы из один вершин, чтобы эта диспозиция поменялась, нам нужно, чтобы у нас нимбер из единицы появился. Вот. Ну, то есть, но правда, опять же, может быть, там он по индукции, то есть для того, чтобы он тут появился, ну, да, чтобы он тут появился, а может, он как-то может появиться, да? Да, как бы вот это. Некоторые проблемы с зацикливанием. Да, вот некоторые, вот, да. Проблемы с зацикливанием логики, конечно, налицо. Ну, давайте так.
Но на самом деле я тут логика такая. Наша задача не доказать, что это принципиально невозможно, а надо доказать, что принцип ни для одной вершины применим не будет. То есть я хочу доказать так, что мы поменяли наш принцип, и я утверждаю, что если прямо в какой-то момент нимберно, то есть мы там выжили все нули и после этого выяснили, что принцип на единицу не применим, то он не будет применим никогда. Сколько бы мы ни применяли, потому что мы будем пользоваться тем, что мы дальше применяем принцип только на 2, 3, 4 и так далее. Да? То есть заметим следующее, что то есть тут очень важно, что мы уже применили все принципы на 0. Да? Потому что почему мы не можем применить к вершине принцип на 1? Либо потому, что у нее есть вот такая вершина без хода в единицу, либо у нее мекс не равен единице. Да? Ну то есть он равен нулю, но потом мы неожиданно нашли 0, и мекс стал равен единице. Да? Но так как мы все нули нашли, то мы у каждой вершины теперь мекс получается либо 0, и это навсегда, либо 1, либо больше. Да? То есть максимум тогда, если у вершины сейчас уже мекс больше 1, то он навсегда больше 1. А если он 1, то может единственное, что произойти, мы выясним, что мекс на самом деле у нее больше, чем 1, поэтому она точно ему не эквивалентна. Правда? А пока мекс равно 1, мы к ней принципы не применим. Почему? Потому что единственное, почему мы не можем его применить, это вот по этой причине, а эта причина никогда не исправится. То есть смотрите, получается, что наш алгоритм гарантирует, что после того, как мы проделаем все вот это вот безобразие, мы не применим принцип больше никогда ни на 0, ни на 1. Понятна логика, да? А может быть, нам удастся применить принцип на 2? Но логика абсолютно та же. То есть мы, потому что так как у нас никогда новых ноликов и единичек не появится, то двойку мы сможем применить только на вершины, у которых мекс равен 2. Да? Уже сразу после окончания единички. Потому что если после окончания нолика единички мекс не равен 2, значит он мекс не будет равен 2 уже больше никогда. Но тогда опять логика та же. То есть, получается, единственное, почему мы к такой вершине не можем применить принцип на 2, значит, у нее есть бэшка, из которой нет хода в 2. А? На самом деле, проблема с зациклением — это не проблема нашего алгоритма, это проблема всей теоремы. Ну, в смысле, то есть, нам все равно, что у нас что-то зацикливается, потому что теорема говорит, что, ну, если зацикливается, то я ломаюсь, вот. А ну, да. Нет, да, но надо, нет, да, поэтому мы сейчас, поэтому мы вышли из зацикливания, аккуратно доказав, что после того, как мы проделали этот алгоритм, мы никому и ничто не применим. Ну да, то есть у нас зацикливание да. Никак не расциклится, а значит, теорема действия, да. В принципе, неприменима. Да, то есть просто, да, надо просто аккуратно доказать, что больше ничего не применим. Остается теперь только чисто практически программистский вопрос. А как, собственно, теперь эти принципы за адекватную асимптотику применять? А сейчас у нас получается сейчас n есть куб. Что? Но если в тупую, то куб. Куб, конечно, потому что мы каждую вершину ровно один раз представим какой-то нимбер. Ну, или... ну, типа, да. Ну, потому что, смотрите, да. Ну, давайте так. Но я утверждаю на самом деле следующее. Если реализовывать это аккуратно, то ит и шаг можно сделать за v плюс e. Таким аналогом ретроанализа. Потому что идея такая. Ну, потому что как сделать нулевой шаг? Ну, нулевой шаг — это чисто ретроанализ, да? А теперь у меня идея такая. Ит и шаг. А теперь предположим, что я сделал шаги от 0 до и минус 1. Да? Теперь я сделаю ит и шаг. Как сделать ит и шаг? А очень просто. У меня будут, смотрите. Во-первых, у меня будут вершины. Вот я назову вершину и хорошей, точнее и потенциальной. Ну, если что, термин нестандартный, я его только что выдумал. Значит, вершина будет и потенциальная, если у нее сейчас мекс равен и. Да? То есть я за v плюс e могу все мексы честно посчитать, правда? Я знаю, что только такие вершины, к таким вершинам я хочу применять принцип. Да? А еще я буду называть вершину, знаете, и выигрышной, если из вершины есть ход в разведанный ним изы камней. Ой, а и потенциальное, на самом деле, я должен был написать красным маркером. Вы уже догадываетесь, почему, да? Потому что я сейчас буду делать такой, ретроанализ такой. Смотрите, значит, я смотрите, я хочу найти
все и выигрышные вершины, и все и потенциальные. Ну, по сути, у меня цель найти все. Ну, точнее, из и потенциальных у меня задача применить ко всем принцип, правда? А если я пример, ну вот. Ну, значит, смотрите. Но принцип я могу применить, если у меня как бы мекс равен и из всех не, и все не нимберы являются и, ну вот, и выигрышными, да? Ну, а вершина является и выигрышной, ну вот, если есть нимберы и. Но тогда у меня идея такая. Давайте-ка я прямо сейчас найду все вершины, к которым я... Ну, то есть пока у меня изначально у меня нет ни одной и потенциальной вершины, да? Точнее, куча есть и потенциальных, но ни одного нимбера и нет. Но если у какой-то вершины, оказывается, вот этих бэшек нет вообще, то я могу объявить, что она нимбер из камней, правда? Так что я делаю? Давайте я сделаю так. Я запихну все эти вершины в очередь. Понятно, да? Я запихну все эти вершины в очередь, а потом буду доставать каждую такую нимбер и из очереди, и все вершины, из которых в нее ведут ребро, я буду объявлять и выигрышными. Логично, да? И добавлять их в очередь. А потом, когда я буду доставать из очереди и выигрышную вершину, то что я буду делать? Я буду просто как бы удалять соответствующие ребра, ведущие в нее, и при этом, когда я удаляю, выясняю, что если у какой-то и потенциальной вершины все ребра вне нимбера торжественно исчезли, то значит в этом месте я объявляю, что это не просто и потенциальная вершина, а это еще и просто нимбер из камней. Это, кстати, даже достаточно красиво пишется, там где-то память не ничего. Не, ну доп. Память потребуется, как минимум на очередь. Ну, то есть нет, очередь потребуется, поддерживать количество бэшек поддерживать потребуется. Да, количество бэшек поддерживать потребуется. Вот. Поддерживать количество бэшек надо, но его можно поддерживать один раз на все вместе. И на самом деле мекс тоже можно поддерживать один раз на все вместе. Нет, ну смотрите, на итом шаге все гораздо проще. Мекс не надо поддерживать. Надо просто пробежаться за V плюс E и честно вычислить мекс. Либо он где-то равен и где-то не равен. Или просто поддерживать... Можно поддерживать некс, это... Ну, можно, да, можно, да, можно, в принципе, поддерживать в явном виде, но это, возможно, даже просто, может, просто не сделает ненужное усложнение реализации. Нет, почему? Это просто, когда мы и потенциальную вершину объявляем, что у нее нимбер и, мы говорим, что у нее мекс не плюс один. А, сейчас нет. Нет. Ну, точнее так, вершина могла быть и потенциальной, но выяснится, что... Ну, а потом мы ее вынуждены будем лишить этого статуса, если выяснится, что там какая-то бэшка оказалась нимбером из и. Верно же, что у нас вершина получает свой нимбер не больше, чем один раз. Что, вершина является чего? Вершина получает свой нимбер не больше, чем один. Ну, конечно, да. Ну, понятно, что она не может получить два нимбера. Вот. То есть вот получается так. То есть на самом деле, да, остается только пока еще не совсем аккуратно, мы, конечно, доказали, что таким образом мы этот принцип и реально применим. Хотя, с другой стороны, мы в каждый момент времени, то есть, на самом деле, да. То есть, как бы, если для проигрышных вершин мы действительно это там доказали и так далее, ну вот, то здесь это, конечно, там применилось не очень. Но в худшем случае, видимо, придется доказывать, что что больше после этого шага не существует игр, вида проигрышных игр типа А плюс звездочка И. Ну, просто потому, что если этот процесс их как-то пропустил, то, значит, ну, потому что, значит, давайте из этих А плюс звездочка И, давайте выберем, как всегда, игру проигрышную за минимальное число ходов, да? То есть, которая вот таким BFS-ом не нашлась. И после этого тогда выясним неожиданно, что, значит, тут у нас... Значит, почему мы не применили? Значит, потому что, да, если эта игра еще и с мексом равным И, да? То есть, вот у этой игры мекс равен И. Вот. То есть если это мекс равен И, тогда почему мы не смогли применить принцип? Потому что из какой-то B, потому что у нее есть ход в какую-то B2 плюс звездочка И, из которой мы звездочку И не нашли. Да? Понимаете, да? Вот. Но с другой стороны, То есть такая, видимо, существует. Но теперь возникает вопрос, как может выглядеть теперь выигрышный ход отсюда? Но выигрышный ход отсюда может выглядеть только как звездочка И плюс звездочка И. Других все остальные ходы ведут в непроигрыш, правда? Потому что это неопределенность.
Нет, ладно, вру, это не неопределенность. Да, согласно нашему алгоритму на текущий момент, это b-шка, все, что мы знаем, она, если и нимбер, то не менее, чем i, да? Но если она была бы нимбером из i, то это был бы выигрышный ход, а эта грань была бы проигрышной, да? А если бы это, Но с другой стороны, да, единственное, что может быть, эта игра, конечно, может оказаться просто нимбером более высокого порядка, про что мы что-то не знаем, да? Понимаете, да? Но тогда утверждение такое. На самом деле, в принципе, глобально верно, что из любой, из любой игры с нимбером равным 179 можно сделать ход в игру эквивалент там, с нимбером 57. Ну, логично, да? Ну, потому что в игре ним 179 плюс ним 57 есть только один выигрышный ход, он же точный ход, 57 плюс 57, правда? То есть в эквивалентной игре, значит, тоже надо сделать так, чтобы эта игра была ним 57 плюс ним 57, иначе это не проигрыш, да? Вот. То есть, значит, вывод такой. Значит, из этой игры мы вынуждены каким-то образом, пойти только не и плюс и, других и такого нет. Значит, получается, мы нашли игру вида, либо этот ход был, и мы его знали, но если мы его не знали, значит, у нас тогда нашелся еще один нимбер из камней, про которых мы ничего не узнали. Ну, мекс у него по-любому должен быть равен и, логично, да? Вот, следовательно, поражение. Вот. Так что вот такое. Так что такое вот доказательство вроде получилось. Или не получилось. На самом деле есть ощущение, что тоже доказательство, которое для ретроанализа по проигрышным ячейкам ячейкам тоже будет работать. Mm-hmm. Но по проигрышным ячейкам мы, конечно, опирались на более точные какие-то вещи. Мы там оперлись на то, что давайте у нас будет какая у нас будет длина игры, если проигрывающий проигрывает долго, а выигрывающий быстро. Тут просто слету не очень понятно, как модифицировать это определение. Просто так-то да. Вот. Потому что, в принципе, да. То есть получается, да. То есть получается вот такой действительно красивый BFS. То есть можно, в принципе, говорить так, что предположим, что у первого игрока есть стратегия. Вы еще же стратегию восстанавливаете. Нет. Пусть у него есть стратегия, ходи в первой игре куда угодно, кроме меньших нимберов. Да? Тогда у нас возникает вопрос, Тогда тут возникает вопрос, что второй игрок хочет его возвращать. Тогда утверждается, что второй игрок тогда может возвращать ему в нимбер из камней, и он хочет это делать так, чтобы игра длилась как можно меньше. И тогда, видимо, мы по индукции действительно аккуратно покажем, что мы все такое нашли. То есть сначала мы нашли слои, где просто ходов в какие-то лишние бэшки просто нету, да? Ну там вот этот слой типа 0, потом слой 2, слой 4 и так далее. Вот. То есть разные, по-разному, в общем, можно доказывать. И, видимо, да, возможно, в этом вопросе на OTL вам придется это сделать. Вот. Да. Но теперь, ладно, остается только маленький, теперь гораздо более простой вопрос. А за какой асимптотику это работает? За V плюс E на... Да. Максимальный нимбер. Да, то есть на самом деле это работает за V плюс E на максимальный нимбер. Максимальный нимбер, как мы убедились на примере бамбука, может быть порядка от V. Да? Ну, не совсем. А теперь давайте подумаем. Но теперь маленькая проблема. Как мы убедились из этого же принципа, для того, чтобы у нас игра была ним 179, из нее должно торчать хотя бы 179 ребер, правда? Причем, более того, они должны вести в нимы в 0, 1, 2 и так далее 178. Но из 178 тоже должно быть 178 ребер, там 177 и так далее. То есть, на самом деле, заметим, что если у вас есть нимбер k, то у нас в графе найдется там k плюс k минус 1 плюс k минус 2 и так далее 1 ребер. То есть, вывод, на самом деле, что этот макс ним, на самом деле, не превосходит, как уже мы убили, там 2 корень из 2 e. То есть, асимптотика получается от... v плюс e корней из e. Вот.
Да, очень. Действительно, очень-очень-очень это удобно. Ну, то есть по факту, да. То есть отдельная песня, сколько там действительно максимов будет. Вот, ну, соответственно, да. То есть, в принципе, да, если у вас графы там 100 тысяч и вершин 200 тысяч ребер, то, в принципе, то скорее всего, зайдет. Ну, тем более, что, видите, по константе тут, в общем-то, решение... Да, я ощущаю, что, на самом деле, оценка почти никогда не теряется. Угу. То есть, наверное, можно поставить пример, но даже в том примере, оценка будет сильно не теряется. Угу. Вот. Так что вот такая радость. Вот. Ну ладно, значит, раз у нас тогда, да, у нас тут даже 15 минут еще осталось. Давайте обсудим, как играть. Ну то есть, хорошо, мы для каждой вершины нашли ее нимбер. Так. Ну или нашли, что нимбер нет. Как играть? То есть, вот нам говорят, вот у тебя такая вершина, что делать? Ну делать очень просто. Ну смотрите, что делать. Ну, во-первых, следующее. Так, ну, во-первых, смотрите. Во-первых, начнем с того, то есть какая у нас сумма игр. Если у нас сумма, допустим, у нас даже много графов, и мы суммируем, да? Но игра такая, если в сумме, но как мы уже сказали, стратегия такая. Если у нас в этой сумме игр есть хотя бы две неопределенности, да, то у нас есть ничейная, тогда ничейная стратегия вида тупо сохраняя неопределенность. То есть для этого, там, для каждой неопределенности в графе можно сохранить ход в какую-нибудь неопределенность, да? Теперь следующий номер нашей программы. Если у нас оказалась одна неопределенность и все остальное нимберы, да? То что нам надо сделать? Надо проксорить все остальные нимберы, да? И проверить, могу ли я из этой неопределенности пойти ровно в этот нимбер. Ну, глобально я это сделаю там в виде какого-нибудь сета или хэш-сета. То есть для каждой вершины я могу там в сет или хэш-сет записать, в какие нимберы я могу пойти, правда? Вот. Поэтому в этом хэш-сете за единицу из логарифма я проверю. Если я могу пойти в такой нимбер, то мой выигрышный ход тупо туда пойти. Вот. Тупо туда пойти. Вот. А если нет, ну вот. Ну а если такого нет, то тогда, ну вот, то тогда все хитрее. Тогда мне придется очень аккуратно, значит, попробовать. Ну тогда, ну вот, но если у меня неопределенность плюс ним, и из этой неопределенности в этот ним пойти нельзя, то я должен быть очень аккуратен. Как я должен это сделать? То есть я должен, ну тогда, ну вот, но там надо быть, ну вот, там, ну там идея такая. Если этого нима в этом множестве нет, куда я могу сходить, да? То есть если он равен мекс, то мне просто надо ходить в такую неопределенность, в котором это мекса нету, да? Я, в принципе, могу это заранее предпочитать для каждой вершины, в какую неопределенность мне надо идти, чтобы мекса не было. Логично, да? Но это я могу заранее предпочитать, правда? За УАТЕ. А, ну, если мы больше мекса, то ходим просто... А если больше мекса, то идея просто в том, что давайте тем или иным способом сходим просто в мекс. Но отдельная песня, как это сделать, если у меня не один ним, а много нимов. Но на самом деле, да, утверждение, что как бы так или иначе... То есть, на самом деле, если у меня мекс, утверждение такое, если у меня мекс равен чему-то, вот аналогично предыдущему принципу, кстати, да, там мекс равен чему-то, то я могу получить, точнее, если у меня есть несколько нимов к сорях равен чему-то, то любое меньшее я получить точно могу. Доказательство будет вот ровно так же, как там было. Вот. То есть, в принципе, скорее всего, если у вас константное количество игр, дальше вы просто перебираете, да, то предположим, что я делаю ход именно в этой игре, тогда я высчитываю, чему она должна стать. Если получилось меньше, значит, я этот ход делаю. Остается только мне свести задачу, что дана игра нимбер, которая равен 179, и мне нужно сделать в ней ход, чтобы ее нимбер стал 57. Но это с помощью того же мапа делается. Но, кстати, ровно так же теперь и ведется игра, что если, то есть, как бы, если у меня все нимберы, теперь все игры нимберы, да? Но тогда опять задача та же, то есть у меня данный нимбер ксор равен не нулю, я должен сделать ход так, чтобы ксор стал равен нулю. Ну самый тупой вариант обычно это перебери все игры и посмотри, можно ли из него, можно ли уменьшить это число так, чтобы ксор равен нулю. Если можно, значит тогда у тебя задача, дана игра с нимбером там равным 179, сделай нимбер, который равен 57. Понятно, да? Ну с помощью там вышеуказанного сета это делается.
Вот. Ну, обычно я, честно говоря, встречал только эту задачу. То есть задача только в виде в редакции, что даны два графа на 100 тысяч вершин и 200 тысяч ребер. Поэтому, в принципе, это можно рассмотреть случай. Хотя, как бы, если бы у нас графов было много, то, конечно, было бы... То есть, может быть, еще было бы о чем подумать. Ладно. Завершим мы тогда это все, раз успеваем, так одной действительно красивой игрой, называется «Нимпод давки». То есть, представьте себе задача. Только ним на многих кучках, конечно. То есть дана классическая игра. То есть дано несколько кучек, да? Может быть, там количество камешков ним равно А1, А2 и так далее, там, АК. За один ход вы берете произвольное ненулевое количество камней, но ровно из одной кучки. Но на этот раз тот, кто не может сделать ход, выигрывает. Потому что с проигрывает мы все поняли, да? Что с проигрывает все понятно. Если XOR равен нулю, то мы проиграли. Если XOR не равен нулю, то мы выиграли. Понятно, да? А если тот, кто не равен нулю, ну, кто получит ноль, выигрывает? Ну, у нас гарантированно проигрышный ход, когда у нас осталась одна куча, в которой один камень. Да. Да, есть такое. Вот. Да, смотрите, то есть давайте анализировать. То есть если у нас одна кучка, да, вообще просто одна кучка, то есть там, то есть давайте, кучка у нас вот А1, А2 и так далее, АК, да? То есть давайте так, если оказалось, что К равно 1, то тогда оказывается, смотрите, какая ситуация, что если А1 равно 1, то эта позиция проигрышная, а если А1 больше единицы, то игра автоматически выигрышная. Да? Ну вот. А давайте поанализируем с двумя кучками. Да. А не правда, что это просто будет... Ну это похоже просто на ним с N-1 кучкой. Ну, с N-1 как? Да. Ну, по крайней мере, для одного нима, ну, да. Да. И можно из всех посчитать единицы и также посмотреть. В смысле? Что если мы возьмем XOR по аита минус 1, то мы и получим ответ. Да? Ну, давайте рассмотрим. Давайте посмотрим, да. Ну, давайте так, смотрите. 1 плюс 1. Это игра выигрышная или проигрышная? Проигрышная. Не, выигрышная. Ну, заметим, что игра, когда стоит игра только из единиц, она фоксированная, правда? Хорошо. А теперь смотрите. 1 плюс нечто больше единицы. А, мне кажется, это такой игрок. 1 плюс что-то больше единицы, как вы думаете? Игра? Когда она выигрышная, когда проигрышная? А, ну, есть ощущение, что она выигрышная тогда, когда что-то больше, но... нечетная. Нет, можно 1 плюс 2 привести, если это не 2. Ну давайте так, 1 плюс. Что можно сделать в 1 плюс 2? Ну, 1 плюс 2 проигрышная. Да. А, нет, стоп, что? Сейчас мы просто выкинем. Куда просто выкидываем второй и все. Да. Нет, на самом деле, да, эта игра очень тупо выигрышная. Потому что я просто забираю всю эту вторую кучку и радуюсь. Ну, да. А вот теперь интересно. А если больше единицы плюс больше единицы? То есть смотрите, тут какая подлянка. Никому не выгодно оставлять ни один камень, ни ноль камней, правда? Давайте заметим, что у нас 2 плюс что-то больше единицы, это проигрышная игра. Че, 2 плюс что? 2 плюс что-то больше единицы. А, сейчас. Не, это не... Не, ну то есть выгодно так, смотрите, как устроены здесь ходы? Ходы устроены так, что ни одному игроку не выгодно из одной кучки оставлять один или ноль камней. Потому что он оставит тогда либо 1 плюс больше 1. Да, еще вот отметим, что у нас есть такая позиция. То есть, потому что вот позиция больше 1 выигрышная, и позиция 1 плюс больше 1 тоже выигрышная, да? Значит, получается, игрок, если он хочет не проиграть, он должен оставлять только сохранять больше 1 плюс больше 1. Но тогда получается, ну вот, то есть остается только их действительно аккуратно сравнивать. То есть, если они, значит, x равен y, то это игра проигрышная, если x не равен y, то игра выигрышная. То есть, x равен y, второго игрока есть просто симметричная стратегия. То есть, смотрите, видите, он играет в ту же самую симметричную стратегию, но до тех пор, пока противник не оставит у одной кучки один или ноль камень. То есть, просто он в этот момент, он, конечно, неожиданно вспоминает, что он играет не в старую игру, а в новую, и делает правильный ход. Вот. Хорошо. С двумя кучками разобрались.
Так, а давайте подумаем, что у нас будет с тремя кучками. Так, ну давайте как всегда. 1 плюс 1 плюс 1, это что? Так, хорошо. А 1 плюс 1 плюс что-то? Ну ладно, выигрышный, выигрышный, потому что мы можем привести в предыдущую. Да, мы можем оставить 1 плюс 1 плюс 1. Хотя нет, наоборот. Нет, все правильно. Ну да. То есть это все равно выигрышное, да? Так, хорошо. 1 плюс больше 1 плюс больше 1. Что при нее можно сказать? Так, чего еще раз? Если больше единицы, понятие больше единицы, то можно единицу выиграть. Ну да, то есть тогда получается, да, действительно. То есть это называется выигрышное, если x равно y. Так. А если x не равно y, то что? Ну да. Видимо, иначе, если чел убрал единицу, то второй игрок побеждает. Понятно как. Если первый игрок убрал что-то из большей единицы, то можно симметрично ему убрать из другой большей единицы. Ну, симметрично. Симметрично нельзя, но симметрично. Ну, мало ли. Ну, смотря что убрать. Тот вопрос, как бы, что убрать. Видимо, можно свести к x не равно y, но при этом ко мне уже меньше. То есть ты не можешь просто так сказать, если 2 и 2, понял, если 2 и 3. Ну вот давайте так. Вот давайте, да. Ну давайте просто посмотрим. Хотя бы давайте. 1 плюс 2 плюс 3. Это что такое? Проиграли. Да, мы внезапно почему-то проиграли. Потому что единственный ход, который не ведет нас в позицию 1 плюс 1, там. Ну, потому что, да, 1 плюс 1 плюс, потому что, как бы делать из двойки единицу или 0, или из тройки делать единицу и 0, это проигрыш автоматически, правда? Вот. Единицу убивать, как мы выясняем, тоже плохо. Значит, получается, единственный ход у нас остается, это 1 плюс 2 плюс 2. Ну вот. Но здесь мы просто убиваем единицу и дальше выигрываем. И дальше выигрываем, короче. Вот. Значит, 1 плюс 2 плюс 3 проигрыш. Но заметим, что 1 плюс 2 плюс что угодно больше 3, это автоматически выигрыш. Так. Правда, заметим, что и 1 плюс 3 плюс что угодно, это тоже выигрыш, обратите внимание. Потому что мы можем сделать 1, 3, 2, потому что мы же можем сделать 1, 3, 2. Чего? 1 больше единицы больше 3. Да нет. Сейчас, давайте. Вы думаете? Ну, мы можем свести ее к неравному. То есть 1 плюс больше единицы больше единицы, где больше единицы не равны между собой. Да, но я вам сразу подскажу. Давайте 1 плюс 4 плюс 5. Ну-ка расскажите мне, как в этой позиции выигрывать. Ну да. Ну как бы, если ты мне сделаешь 1 плюс 1 плюс что-то, то я выиграл. Если ты мне сделаешь 1 плюс 2 плюс что-то, я тоже выиграл, потому что я 3 сделаю. Понятно, да? Если ты мне сделаешь 4 плюс 5, я тоже выиграл. Следовательно, ты как бы должен мне сделать что-то выше 1 и 2, да? И следить, ну вот. Ну вот. Но утверждение на самом деле такое. То есть в остальных ходах, пока ты будешь так опасливо ходить, я тебе просто симметричные стратегии сведу к 1 плюс 2 плюс 3. Ну там ты мне типа из четверки заберешь, я тебе двойку дам. Ну вот. Не, ну тут, конечно, отдельно вообще интересно, конечно, поисследовать и вывести. Но жалко, да, время заканчивается. Поэтому ладно, спалю достаточно парадоксальный ответ. Подсмотрите. Не, все еще круче.
Вот смотрите, допустим, у вас, если у вас тут, допустим, k единичек, то как бы эта игра у нас к чему равна? Она выигрышная, если k делится на 2, если проигрышная, и k не делится на 2, да? Если у вас 1 плюс 1 плюс 1 плюс и так далее, плюс 1 плюс 1 больше единицы, то есть вот тут их k минус 1, да? То эта игра, как мы уже поняли, заведомо выигрышная всегда. Потому что я могу от этой кучки оставить либо 1, либо 0, подогнав нужную мне четность, правда? Точнее, ненужную противнику четность. А теперь неожиданная фишка. Смотрите. А теперь задача. Предположим, что у меня, допустим, L единиц, и есть больше одного, плюс, значит, там больше одного, и это я тоже делаю там L' раз. Причем L' больше либо равно 2. Тогда смотрите, наша цель, казалось бы, да, сделать, то есть надо, то есть понятно, что рано или, то есть как бы смотрите, то есть наша цель сделать, то есть как бы тот, кто сделает против, кто первым сделает ситуацию, когда больше единицы ровно одна, тот проиграл, правда? Это понятно, да? Вот. Но заметим, чем интересна эта ситуация. Заметим, она интересна тем, что XOR этих всех чисел всегда больше нуля, правда? То есть, смотрите, мимо этой ситуации мы точно не пройдем никогда, правда? Вопрос только будет, сколько единичек, да? Вот, понимаете, да? Но при этом XOR этой ситуации всегда больше нуля. А отсюда выводится фантастический параллельный, парадоксальный вывод, что оказывается результат вот этой игры такой же, как и в неподдавках. То есть эта игра выигрышная, если XOR не равен нулю, проигрышная иначе. То есть стратегия оказывается такая. Мы подсовываем противнику ситуацию, когда XOR равно нулю. Тогда рано или поздно, просто ждем ситуации, когда противник нам подсунет ситуацию 1 плюс 1 плюс 1 плюс больше единицы. Да? Это будет именно противник, что мы пока вот этих L больше либо равно 2, мы всегда будем оставлять L больше либо равно 2. Понятно, да? Но как только противник нам оставит только одну больше единицы, тут же мы из этой больше единицы делаем нужную нам четность и выигрываем. Все. То есть вот такой неожиданный парадокс оказался, что поддавки оказались не такими уж и поддавками. Вот, внезапно, да? Вот. То есть, да, тут суммировать игры в явном виде так, конечно, не получится, но тем не менее. Причем, более того, ну да, то есть отдельная песня, конечно, то есть отдельная песня, но можно еще подумать, а какие, а вот какой у таких, как вычислить у такого, у таких поддавков нимбер? Ну, правда, тут, конечно, правда, надо оговориться, что, видимо, придется сказать, что... То есть, видимо, придется сделать оговорку, что у пустой позиции нимбер 1. А, ну, смотрите. Да. Если мы возьмем ним размера, здесь есть ним поддавки размера n. Да. Вот этот граф, полный граф, привесим к нулю еще одно ребро. Да. Эта игра будет вероятна? Ну, по сути, да. Вот. Ну да, получится, да, n-мерный параллелепипед, конечно, получится. А, почему? Ну, у вас же n куча, ну, ладно, k-мерный. Ну, если возьмем одну. Не, ну, сейчас же про одну кучку, то есть, понятно, что если у нас несколько кучек, то мы не суммируем. Ладно, это не правда. K-мерный параллелепипед. Ну, нет, ну, тут действительно интересно, давайте подумаем. Ну, давайте так. Заметим, что если у нас просто k единичек, 1 плюс 1 плюс и так далее, плюс, то есть вот k единичек, то тогда нимбер, очевидно, равен чему? Да, равен, ну не совсем. Ну, то есть он равен, значит, нулю, если k не делится на 2, то есть наоборот, и 1 иначе, если k делится на 2. Ну, потому что понятно, там 1, 0, 1, 0, 1, 0, понятно, да? Вот.
Но теперь заметим, что на самом деле нимбер плюс какой-нибудь x, где x больше единицы, чему он равен? Я утверждаю, что этот нимбер равен в этом случае тупо x. Нет, 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 неправда. Потому что мы можем убить эту единичку и получить, как будто из нимбера x сделать ход в нимбер x. Это неправда. Но с другой стороны, ну вот. Не, ну тут фишка такая, просто 1 плюс 1 плюс 2. Ну что можно заметить? Ну как минимум нимбер будет не меньше, чем 2, потому что я могу и в 0, и в 1 спокойно ходить, потому что я из двойки могу пойти либо в 0, либо в 1, правда? Вот. Ну тогда получается следующее. Ну как бы у двойки нимбер 2, у 1 плюс 2 нимбер получается какой? То, что я могу пойти как бы в единичку, а могу пойти в ноль. То есть я могу из 2 оставить 0 и 1, и это даст мне нимберы 1 и 0 соответственно. А 1 плюс 2, получается, я могу куда пойти теперь? Могу пойти в 1 плюс 1, могу пойти в 1 плюс 0. Это даст мне нимберы 0 и 1, да? А еще можно в 0 и 2. А еще могу пойти просто в 2, и это даст мне нимбер 2. Значит, получается, тут нимбер 3. Так, 1 плюс 1 плюс 2. Так, убив двойку, я могу пойти опять же в 0 и 1, да? Убив единицу, я могу там пойти в тройку. Следовательно, получается 2, да? Ну, то есть получается опять 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, да? Ну, то есть, я не знаю, то есть пока как будто, знаете, на что это похоже? То есть, вообще это похоже просто на их XOR, буквально. Вот. Вот. Но тогда остается только убедиться, что 1 плюс 1 плюс и так далее, плюс 1 плюс x, значит, дает нам просто 1 ксор, 1 ксор и так далее, ксор, 1 ксор x. Просто аккуратненько по индукции убедиться, да? А в конце не плюс x? А? В конце ксор x или плюс x? Ксор. Точно. Ну, давайте подумаем. Ну хорошо, для двойки, ну давайте хорошо убедимся, для тройки. Ну из тройки я могу пойти в 1, 0 и 2, то есть 3, да? В 1 плюс 3 я могу пойти в, куда я могу пойти? Могу вот сюда пойти и получить тройку, могу получить, пойти в 1 плюс 1, 1, 1 плюс 0, это мне даст 0 и 1. Получается, нет, почему 2? И получится тройбан, да? Нет, ну нет, то есть на самом деле нет. Нет, ну тут просто по индукции, ну вот. Просто дело в том, что если 1 плюс 1 плюс это, ну вот. Нет, просто тут, понимаете, тут фишка такая, что рассмотрим, то есть ходы можно сделать туда же, куда и в обычной игре, да? Только разница в том, что раньше у нас были, просто гарантирует следующее, то есть единственное, что поменялось у нас пока по индукции, да, это то, что позиции из меньше, из, когда все камни только 1 или 0, у нас эти позиции инвертировались, там 0 и 1 поменялись. Но так как из этой позиции можно пойти туда и туда, то на ее конкретный мекс это не влияет, потому что мекс по-любому больше одного. Вот, и тогда получается, что здесь ксор и в остальном тоже ксор. То есть, видите, вот такой парадокс. То есть, на самом деле. То есть, оказывается, просто есть. То есть, поддавки, оказывается, поменялись тем, что просто, как бы, просто только в какой-то последний момент надо просто сделать правильный ход, а до этого момента там все вообще идентично. Так что вот такая вот еще красота. Так, ну ладненько. Думаю, кажется, на этом действительно, на этом наши игры можно и закончить. Так что, видимо, да, в следующем семестре, видимо, да, займемся чем-то принципиально новым. Например, фуриатиной. Да. Так что да. Но для этого вам, конечно, придется постараться и сдать еще экзамен.